собрались сегодня в нашем Виктории музей Москвы на открытие нашего научно-исследовательского института социального и городского устройства имени Эльдара Рязанова. И для того, чтобы открыть этот научно-исследовательский институт и нашу новую образовательную программу, я передаю слово Алине Сапрыкиной, директору музея Москвы. Добрый вечер, дорогие студенты. Рады присутствовать сегодня. И мы все на открытии нашего нового цикла, и надеюсь, вы, поскольку для нас это событие достаточно серьезное. 2 года уже работает Виктория в музее Москвы, и сегодня мы начинаем такой своего рода перезапуск. Перезапуск с новыми программами, новыми форматами и какими-то новыми идеями. И потому что год кино. У нас будет много про кино и как через кино можно познавать Москву, открывать Москву. А мы все время занимаемся этим, мы музей города. И это основная наша тема. Город, пространство города, а также горожане, жители этого города. Изучаем это во всем в истории, а также в соединении с сегодняшним днем. Немножко пытаемся заглядывать в будущее. Также и потому, что 120 лет нашему музею в этом году. 1 декабря мы отметим эту дату, а год начинаем вот как раз с каких-то новых важных событий. Как то фестиваль «Tomorrow», завтра открываем большую выставку мультимедийную с Резо Габриадзе, приглашаем всех на спектакль. То есть наш музей становится таким очень многофункциональным, в котором живет и современное искусство, и кино, и современный театр, и танец, и ярмарки. Ну, в общем, такой многофункциональный городской центр. И лекторий, он тоже начинает работать вот в контексте этих наших изменений развития. То есть он как бы с разных точек зрения пытается посмотреть на привычные вещи. Но опять же таки на пространство города и на жителей, которые здесь. И те вопросы, которые мы будем задавать, это как, что можно открыть для себя нового об истории города, посмотрев какие-то известные фильмы, проанализировав, обсудив. Как можно понять Москву с помощью современного искусства? Или как мы можем прочитать какие-то книги по-новому, да, если исследуем наш город? К нашим циклам приглашаются поэты, не только историки, приглашаются урбанисты, киноведы, искусствоведы, кураторы, музейщики, студенты, ну и самые разные люди. Поэтому мы рады запускать этот новый цикл, такой, скажем, обновленной команды. Вот Юлия Крачкова у нас новый куратор и разработчик этого лектория. И этот вот сегодняшний, да, наши встречи, они как раз имеют такое название «НИИ социального городского устройства имени Рязанова». Ну, то есть понятно, что это название проекта. Вот, и вот наши идеи, 3 ближайших наших встречи, это сегодня, 11 февраля, 13 февраля, посвящено трем разным фильмам, всем очень любимым, нами, да, Эльдара Рязанова. Сегодня мы обсуждаем «Ирония судьбы» с Верхим Паром, 75-й год. Следующая наша встреча, 11 февраля, это «Служебный роман». И следующая, 13 февраля, фильм «Гараж». Ну, вспомню эти фильмы, мы видим бездельные какие-то кадры из истории города, какие-то картинки, да, кому-то вообще, может быть, неизвестно, кто-то не застал. Да. И все это интересно, конечно, обсудить с самых разных точек зрения. И сегодня мы начинаем нашу встречу с прекрасными людьми, я тоже их представлю. Приглашенные участники сегодня у нас Георгий Бородин, историк анимации. Юрий Волчок, искусствовед, профессор Московского архитектурного института. Антон Долин, российский кинокритик, радиоведущий, журналист. Николай Малинин, российский архитектурный критик, создатель сайта «Другая Москва». Максим Павлов, куратор кинопрограммы. Павлов у нас сокуратор вместе с Юлией Крачковой всего этого цикла. Вот если говорить кратко о том, что мы начинаем сегодня. Также в рамках года кино у нас стартует скоро после, ну, то есть мы не хотели попрощаться надолго, еще один цикл «И очередная Москва в кино».
Точнее, неочевидная история Москвы кино с 20 февраля. То есть наша история связана в частности с кино, и связана с больше людей именно киноведов или как-то интересующихся этим видом искусства, она у нас будет продолжаться в течение всего года. Вот. Поэтому рада сегодня открыть наш новый цикл. Прошу Юлю занять место модератора сегодняшней встречи. Мне очень приятно, что вы сегодня с нами, и начинаем. Спасибо. Спасибо большое. Мы немножко волнуемся, потому что действительно эта программа — это эксперимент. И мы пробуем смотреть на такие традиционные вещи, на кинокартины Рязанова, которые мы хорошо знаем. Все растащили уже давно по цитатам. Со стороны городского развития. Со стороны того, что происходило в этот момент в Москве. И научиться читать эти документы совершенно другими глазами. Выделяя какие-то цитаты, моменты. То, на чем мы сфокусировались на сегодняшней встрече, это ирония спальных районов. Это феномен, который в начале фильма у нас появляется в виде мультипликации. Феномен такой обезличивания архитектуры, который задает драматургию всему сюжету. Сейчас я передаю слово Максиму Павлову, который расскажет нам о фильме и о контексте, в котором существует сегодняшняя наша драматургия научно-исследовательского института. Поближе, наверное, слышно. Добрый вечер. Я не буду вам рассказывать про фильм. Мы, честно говоря, вначале думали, показать его или нет, но как-то все решили, что вы, наверное, все совсем недавно его пересматривали, если не целиком, то в каких-то деталях. Хотя для сегодняшнего вечера у нас есть и формальные поводы. Первый, к сожалению, очень печальный, потому что Илья Александровича буквально несколько недель назад не стало. Да, и это, конечно, уход не только Рязанова, как мы его все знаем, великого комедиографа, но это для нас, для тех, кто занимается историей кино, уход и последнего ученика Сергея Михайловича Эйзенштейна. Это последний живой человек, который учился у Эйзенштейна, поэтому вот эта традиция, она все пресеклась. Мы внуки, правнуки, но современников среди нас уже, к сожалению, нет. А второй повод, формальный, о котором уже сегодня говорили, это открытие года российского кино, я так понимаю, на площадке Музея Москвы. Сейчас многие музеи Российской Федерации и города будут открывать целую череду событий, посвященные этому формально провозглашенному году российского кино, хотя никакого такого особого, наверное, юбилейной даты нет, если не считать только то, что 120 лет назад кино пришло в Россию, в том числе вначале в Санкт-Петербург, потом и в Москву, поэтому, может быть, это приурочено к этому, но я, честно говоря, не знаю. И третий повод – это то, что самому фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром» в этом году исполнилось, страшно сказать, 40 лет. 1 января 1976 года в 17:45 по центральному телевидению состоялась премьера этого фильма, а буквально 40 лет и 2 дня назад, 7 февраля, случилось какое-то беспрецедентное в истории отечественного телевидения явление. Благодаря по просьбе уважаемых телезрителей фильм был повторен. А после этого произошло то, что вообще практически никогда не происходило, потому что летом специально был телевизионный фильм, слава богу, что технические условия это позволяли, переведен в форму 35-метровой проекции. И фильм, хотя и очень ограниченным тиражом, он был выпущен всего в количестве, по данным Сергея Кудрявцева, не более 300 копий, был показан в кинотеатрах. Это была, да, там немножечко другая версия, но в любом случае это явление экстраординарное для советского проката и для советского телевидения. Поэтому он не очень много зрителей, кстати говоря, собрал, всего 7 миллионов. А по оценкам того, сколько всего зрителей нашей страны посмотрело этот фильм за 40 лет его существования, я думаю, никто не сможет дать такие оценки. Мы так все общепризнанно говорим, что этот фильм посмотрели все.
С другой стороны, конечно, этот фильм – это не только замечательное кино, которое до сих пор вызывает споры. Достаточно обратить внимание, я думаю, многие в курсе того, какая горячая дискуссия развернулась в Фейсбуке и других социальных сетях в этом году по поводу социальной роли Лукашина и Нади, как будто этот фильм сделан буквально 2 дня назад. Но и то, что этот фильм дает нам, особенно вот на этой дистанции в 40 лет, возможность поговорить и о социальных явлениях, и о городских явлениях, которые он отражает. Наверное, парадоксально то, что мы начинаем программу в музее Москвы с фильма, который, в принципе, питерский, ну, ленинградский, точнее говоря. 80% экранного времени действие формально происходит в Ленинграде. Хотя я думаю, что многие из вас знают, что часть фильма полностью интерьерная, снималась в Москве. И третья улица Строителей – это проспект Вернадского. Несколько лет назад, уже больше 10 лет назад, эти два дома были увековечены. На них появились мемориальные таблички. Правда, потом произошло такое печальное событие, что табличка, одна из табличек исчезла, потом ее ревозобновили. Я, правда, не ездил, не проверял специально. Нету уже? То есть они снова исчезли? Нет, одна осталась. Одна осталась, а второй так и нет. Да, ну вот, значит, такая удивительная история. Кто-то взял на память. У нас, к сожалению, очень плохо маркированы в городе места кинематографической памяти. Это, может быть, еще отдельный вопрос, о котором мы поговорим. Мне вот известно действительно случай с проспектом Вернадского «Иронии судьбы». Совсем недавно произошло открытие тоже памятной таблички на месте, где стояли пралегендарные кафе трех тополей на Плющихе, которые когда-то были на Шабловке, ну, собственно, на Шабловке. Они остаются, и табличка была эта открыта несколько месяцев назад. И это тоже еще отдельная история, потому что московская киномифология огромна. Она начинается практически с момента возникновения кино, собственного кинопроизводства в Российской империи в 1908 году и продолжается по сей день. При этом эти места кинематографической памяти в городе очень плохо маркированы, в отличие, скажем, от Парижа или каких-то даже маленьких городов, я знаю, там, в Италии, в Сан-Джиминьяно, вышла даже целая монография Сан-Джиминьяно в кино. Эти места маркированы вот в таком малюсеньком городе, потому что там снималось очень много фильмов. И это тоже, наверное, еще один аспект, о котором мы поговорим. Но прежде всего, конечно, вводя в контекст нашего разговора, я бы хотел сакцентироваться на двух вещах, которые будут в центре внимания нашей сегодняшней дискуссии, которые, я надеюсь, вы в конце присоединитесь и своими вопросами и мнениями. Это материалы фильма и то, о чем, собственно говоря, фильм. Материал – это действительно панельное многоэтажное строительство. И очень часто можно слышать такое высказывание, что это фильм про каменные джунгли города. Это действительно отчасти так, но все-таки мы рассматриваем это в качестве материала, на котором сделан фильм. Безусловно, сам фильм немножко о другом, и это не только прекрасная новогодняя история, когда сбываются чудеса, это фильм и о том социальном срезе, который вообще Рязанов очень хорошо всегда чувствовал, и особенно ему это удавалось, наверное, отразить в фильмах, которые он снимал в 70-е годы, хотя мы вот перед началом этой дискуссии обменялись точкой зрения, и некоторые сошлись во мнении, что, в принципе, очень многие темы, в том числе социальные, связанные с городским пространством и с городским социумом, заложенные Рязановым были гораздо раньше, в фильмах 60-х годов, хотя наша дискуссия в течение этой недели будет сосредоточена на трех фильмах, условно-московских. Это фильм «Ирония судьбы», как уже говорила Алина, фильм «Гараж», который будет последний, между ними служебный роман. Фильм «Ирония судьбы», если вы помните, я надеюсь, что помните, начинается с анимационной заставки, которая является, с одной стороны, вводной, с другой стороны, как бы квинтэссенцией проблематики того, о чем будет рассказывать фильм. И я сейчас хочу предоставить слово историку анимации Георгию Бородину, который нам, с одной стороны, расскажет об удивительной судьбе того, как это появилось, о том, какое место анимация занимает в творчестве Рязанова, и раскроет, наверное, одну из тайн, что в этой заставке кроется гораздо больше смыслов, чем, ну, обычно мы считываем, как рядовые телезрители. Ну, дело в том, что тут буквально перед началом этого мероприятия организаторы захотели, собственно, саму заставочку показать, благо она идет недолго, хотя, я думаю, все это прекрасно помнят. Поэтому давайте лучше сначала посмотрим, а потом я все...
Ничего, я думаю, все помнят. Значит, когда готовилась эта наша встреча, то идея изначальная вот у Максима и у других организаторов была такая, чтобы на этом материале показать как бы связь этой темы и этой заставки с творчеством Хитрука и, в частности, с историей до преступления. Благо, там тоже как бы городская тема ярко заявлена. Я сказал, что я не буду так уж за уши притягивать именно к истории этого преступления, но связь этой вставки с Хитруком, она очевидна, хотя вставку делал не Хитрук. Вставку делал Владимир Ильич Тарасов. Художник был Песков, там это заметно по стилю, легко. А режиссер был Тарасов, но вообще у Рязанова и Хитрука связывает довольно много. И вот как раз начать я хотел с того, что, собственно, у них общего и как их эти точки соприкосновения обоих притягивают вот, вообще к теме города. Вообще, надо сказать, что практически первым мультипликатором, которого Рязанов пригласил к творчеству, был именно Хитрук, это был на «Зигзаге удачи», правда, еще до этого человека ниоткуда, был такой служебный мультипликат, но это чисто такая прикладная работа была. Вот. В «Зигзаге удачи» Хитрук не просто приглашался как исполнитель, Хитрук прикреплялся к группе Рязанова, то есть он командировался в союз мультфильма на Мосфильм на время работы. И вместе, собственно, с группой они создавали проект этих вот трех вставок, из которых в фильм вошла одна. На самом деле было снято его все три, одна из них описана подробно Эдуардом Назаровым, который там был ассистентом художника. Она была даже острее, чем та первая, которая вошла. Третья ее была про Икара. Вот. Они все должны были сопровождать фильм и сопровождаться закадровым текстом от лица самого Орешникова, главного героя «Зигзага удачи», а в итоге закадровый текст читал Зиновий Герд, это был как бы дистанцирован от героя. Но даже та одна из трех вставок «Зигзага удачи», которая там сохранилась, она все-таки довольно сильно пострадала именно по части закадрового текста, который был в значительной мере переозвучен по цензурным соображениям уже после того, как фильм был выдан прокат и удостоверение. Там много реплик было заменено, довольно остроумных, очень таких острых, как и несколько реплик в самом фильме, в начале прологи. Вставку в роли судьбы делал уже не Хитрук, а Тарасов, но эта вставка является, по большому счету, компиляцией двух работ Хитрука. Одна из которых очень известна, вы наверняка ее вспомните, это эпизод с беготней по редакциям в фильме. Наверняка вы его узнаете в этом материале. А второй, который, наверное, мало кто помнит, это вставка Хитрука в фильм «Герасимов. Любить человека». Она была тоже сделана Зыковым и Назаровым, и она была целиком посвящена истории архитектуры и тому, как архитектура вот именно от таких, как бы, индивидуальных творческих проектов, перешла к тепловому строительству. Если вы помните, там дело происходило, собственно, снималось все это в мастерской Силиса и Лемпорта. Силис и Лемпорт и Силур, но тогда, по-моему, уже был только Силис и Лемпорт, оставались. И там как бы архитекторы и приглашенные смотрели этот ролик как подарок от мультипликаторов вот, на их злободневную для них тематику. Вот эта работа Хитрука практически, она по теме была вот именно такой же, той же, что и во вставке Тарасова. Это было чуть раньше «Ирония судьбы». И, собственно говоря, вот там уже эта тема была заявлена, по-моему, исчерпывающей. Кстати, она была тоже построена на приеме ретроспективного истории архитектуры от древности до наших дней. Это вообще тема очень характерная для Хитрука, не тема, а форма развертывания сюжета. Он использовал эти «Зигзаги удачи», истории фотографий, что было бы, если фотография была там, начиная от каменного века, и «Добители звезду» и так далее. Интересно то, что вот связь Рязанова и Хитрука не случайная, я думаю, потому что
Это оба режиссера максимально социальны по своей направленности своих фильмов. И если бы Хитрук не пригласил, то есть Рязанов пригласил Хитрука, то я даже не знаю, кого бы он мог, с кем бы он еще Хитруков мог бы так органично сотрудничать, разве что с Гамбургом, но когда, смотрите, за удачи Гамбург еще не был знаменит, все его основные успехи были впереди. Здесь интересно посмотреть, что у Хитрука главная, почти сквозная тема в его сюжетах – это взаимодействие героя и окружающей среды. Собственно, эту тему он заявил уже в «Истории одного преступления», вот именно на городском материале, на материале городского социума. Потом она возникала и в «Человеке в рамке», и в «Острове», и в «Гарри и мудрецах», в какой-то степени в «Бонифации», в какой-то степени в «Винни-Пухе». Я считаю, что очень в серьезной степени в «Юноше Фредди Хенгельсе», потому что это тоже история молодого человека, который ощущает, очень талантливого, нетривиально способного, который ощущает свою невписанность в окружающий социум, в современный ему буржуазный мир и ищет пути, как в этой ситуации как бы вписаться, как вообще поступать в этой ситуации, как выстраивать стратегию своей жизни. И, собственно, фильм заканчивается именно тогда, когда он на этот путь выходит, с первого письма Маркса. То есть для Хитрука вот именно эта тема была главной сквозной темой его творчества. У Рязанова, ну и Рязанов тоже насквозь социальный режиссер, его главной, пожалуй, темой и главным таким мотивом был показ низового противодействия социальным порокам. Тоже заявленный в «Карнавальной ночи», он там был заявлен так, в виде такой группового противодействия, значит, Огурцову, а вот начиная уже со второго фильма, с «Девушки без адреса», Рязанов начинает искать героя, фактически. Того героя, который снизу начинает сопротивляться, вмешиваться в жизнь социума с попыткой ее исправить. Там это была вот эта провинциальная девушка, значит, по фамилии Иванова, и там она была, во втором фильме она была, ее как бы импульсом ее вмешательства был ее именно такой наивный провинциализм. То есть она, будучи провинциалкой, работящей, неравнодушной, очень, так сказать, чувствительной к чужим проблемам, чужим трудностям, она вмешивалась в те ситуации, в которых москвичи, большей частью, проходили мимо, или, по крайней мере, мы считали это как бы... Они с ним свыклись, они считали это, ну, не само собой разумеющее, все уже привычно. А уже с человека ниоткуда Рязанов начинает развивать тему героя, он начинает искать импульс для этого вмешательства в жизнь социума в неком таком инфантилизме. Он начинает строить героя с сознанием ребенка, показывать его. Вот Чудак – это первый такой герой в биографии Рязанова. Потом он постепенно взрослел, и с каждой новой реинкарнацией перед этим героем он все больше и более сложными проблемами сталкивался. Его борьба с несправедливостью была все более тяжелой. Он выходил из нее все большими потерями, он взрослел, можно сказать, в этой борьбе. И этот путь проследить очень довольно легко. Вот это вслед за «Человеком ниоткуда». Это «Деточки» в «Берегись автомобиля», это, конечно, «Старики-разбойники», это вся эта парочка, значит, с Игорем Евстигнеевым и Никулиным, это «Малаева в гараже», и далее уже это почти вся групповая, так сказать, групповой социум нищих в «Небесах обетованных», это, конечно, герой «Привет, Дуралеев» — это старые клячи, которые фактически являются проекцией стариков-разбойников 90-е годы. Это, конечно, Каштанов в «Тихих омутах». И последняя реинкарнация, я считаю, героя — это Андерсон, потому что здесь он уже прошел эволюцию такую настолько серьезную, что Андерсон — это уже ребенок, наделенный мягко и не только положительными чертами. Ребенок со во всех его сложностях, вот весь этот инфантилизм, он здесь явлен в том числе в отрицательных своих проявлениях.
И если рассмотреть всю эту биографию, как бы этого вот сквозного персонажа Рязанова, то видно, что начиная с «Карнавальной ночи», где победа дается самым легким образом, дальше начинаются трудности, с каждым новым фильмом это победается все с большими и большими потерями. В 70-е примерно годы герой переходит от наступления к обороне. В «Дорогой Лене Сергеевне» он обнаруживает свои слабые стороны, потому что выясняется, что этот герой не может противостоять цинизму. Здесь он проигрывает сразу и решительно, и катастрофически. Вот. И вот уже в 90-е годы, и отчасти в «Дурнях», и в «Плячах», и так далее, тут уже, конечно, его главная победа в том, чтобы, собственно, выжить, оцелеть, сберечь себя. Кстати говоря, вот я думаю, что именно эта вот нацеленность на решение социальных проблем, она и является главной причиной того, что и Рязанов, и Хитрук так чувствительны к проблемам большого города. У Рязанова вообще, по-моему, только один фильм, где действие происходит больше, чем в деревне, «Тихий омут». А во всех остальных случаях это либо маленький, либо крупный, все-таки город. Причем больше, в половине случаев, почти что даже если больше, по-моему, может быть, это Москва. И довольно странно, что вот выбраны именно для этой темы именно эти три фильма, потому что в «Гараже» образа Москвы нет вообще. Там это один из, по-моему, трех фильмов, кстати, на эту «Иронию судьбы», где Рязанов как бы забирает, максимально изолирует героев от социума. В «Иронии судьбы» они, ну, ограниченно изолированы. Это вот как бы все действие происходит в рамках квартир таких обособленных. И взаимодействие с городом такое очень слабое, в отличие от многих других картин Рязанова, а вот в «Гараже» и «Дорогой Лене Сергеевне» просто изолированы абсолютно, и это кончается очень плохо, это вот такая вот напряженная драматическая обстановка «Гаража» и полная катастрофа «Дорогой Лены Сергеевны». Но у Рязанова в доброй половине фильмов, начиная опять-таки с «Девушки без адреса», возникает образ города, образ Москвы, как Москва как образ города, не просто как городская среда, а как именно как образ. Причем в каждом новом фильме этот образ другой. У «Девушки без адреса» это гостеприимная, открытая, но не бесконфликтная Москва, потому что это не только Москва проспектов, площадей и вокзалов, но если вы помните этот фильм, это Москва коммуналок, очень нелицеприятно показанных, Москва переулков, дворов. Посмотрите, там цветовую гамму этого фильма, это довольно мрачная получается такая картинка. В «Человеке ниоткуда» это город мечта, там все происходит как бы в сновидении, в воображении героя. Там применен прием как бы стилизации натурной среды под условную, очень распространенный для кинематографа начала 60-х. И это как бы такой фантастический, полуфантастическая Москва, где проявлена как бы готовность, уверенность в скором преображении окружающей жизни, которая пропитывала тогда вот воздух, тоже начало 60-х. «Дайте жалобную книгу» и «Висит на билете», это город бытовой, снятый отчасти скрытой камеры, чего Рязанов не скрывал, и даже об этом открыто писал. В «Иронии судьбы» это вот спальные районы, предновогодний и посленовогодний город. В «Служебном романе» это город такой служебный, опять-таки город конторский, город деловой, если угодно. И дальше в «Забытый для Фрейда» уже появляется тема города номенклатурного. Это город привилегированных квартир, кабинетов, чиновников и так далее. Там вот эта среда больше вскрывается. В «Небесах обетованных» это уже город обнищавший, озлобленный, агрессивный, некомфортный, страшно. А в «Предсказании» это город пронизанный ощущением предстоящей катастрофы. А уже в «Дуралеях» и «Клячах» это такой вроде бы внешне праздничный город, тут возникает слово такое, как бы более-менее благополучный внешний образ. Но он довольно чужд героям, и это тоже ощущается при внешней такой как бы чистоте и красивой картинке, отчужденность, вот, чуждость этой среды героям фильма, она очень хорошо ощущается.
ощущается, и это не случайно, я думаю. Кстати, интересно, что в «Тихих омутах» тоже начало и конец фильма происходит в Москве. Это, кстати, фильм Рязанова, где у героя весь дискомфорт происходит в городе, а в деревне он бежит для того, чтобы, собственно, с этим дискомфортом расстаться. И что интересно, в «Тихих омутах» в сценарии был хэппи-энд. Там Каштанов со своей, значит, девушкой, в конце концов, все-таки воссоединялись. А в фильме от этого хэппи-энда авторы отказались. И происходит это дело все это в Москве предновогодний. Что, наверное, очень важно для Рязанова, что вот это вот полный проигрыш своего шанса с Каштаном происходит в любимой Рязанова в Москве и в любимой Рязанова в Риме, что тоже очень характерно для позднего Рязанова. Короче говоря, вот сколько фильмов о Москве, столько образов города. Ни одного повтора практически. И в этом смысле, конечно, рязановская фильмография, в каком аспекте ее ни возьми, она показывает очень интересную эволюцию. Эволюцию героя, эволюцию города, эволюцию темы какой-либо, потому что очень многие темы, опять-таки, России, мы уже об этом перед встречей говорили, может, еще упомянем, они были заявлены и в «Человеке ниоткуда», и в «Девушке без адреса», и в «Зигзаге удачи» очень многое было уже заявлено. И сюжетных мотивов. И, конечно, вот это внимание к жизни крупного города, крупного социума, оно очень важно и для Рязанова, и для Хитрука. И вот я думаю, что на этом, наверное, я закончу. Спасибо, Жора, да, потому что, начав с анимации, Жора фактически дал нам типологию города в рязановском творчестве. Я честно вам могу сказать, это очень хорошо. Я не специалист по Рязанову. Но, тем не менее, мне кажется, очень четко расставлены акценты, потому что мы, когда отбирали фильмы для этой программы, я честно могу сказать, в основном инициатива исходила от Музея Москвы и от Юли. Я тоже, например, фильм, который для меня наиболее московский, рязановский фильм, это «Берегись автомобиля», в котором Москва, наверное, предстает в лучшем, наиболее привычном для нас положительном образе этого города, к тому же связанном с вообще, пусть это и поздний оттепельный, но это все-таки оттепельный город, когда он очень хорошо снимался, потому что мне кажется, если вот чуть-чуть эту типологию Москвы в кинематографе продолжить и расширить то, что сказал Жора, но не так длинно, то Москва, она какая-то удивительная актриса, действительно начавшая сниматься почти больше, чем 100 лет назад, в разные периоды она вела себя по-разному. И есть какие-то периоды, когда Москва снималась просто прекрасно. И, безусловно, это относится в первую очередь к концу 50-60-м годам. Есть как периоды, когда Москва к 20-м годам, кстати, ко второй половине 20-х годов, начало 30-х, есть время, когда Москва просто замыкалась, и, знаете, как такая капризная абсолютно прима, не хотела сниматься, не хотела показывать, не хотела обнажаться. И у кинематографа с Москвой какая-то своя история, я думаю, как раз будет более подробно изучаться в цикле, посвященный неочевидной Москве в кино. Но я вот так краем глаза увидел, что Антон тут довольно много всего написал, чтобы Жоре отчасти возразить, отчасти, наверное, поддержать. Поэтому мы сейчас продолжим такую кинематографическую линию, попросив все-таки вначале высказаться имеющихся здесь у нас киноведов и кинокритиков, а потом, наверное, перейдем к архитектурной составляющей, которая не менее интересна. Добрый вечер еще раз. Ну, на самом деле, я постараюсь, во-первых, не говорить долго, во-вторых, я вообще, с одной стороны, очень приветствую этот цикл, потому что я об этом написал, говорил сразу после смерти Ильдара Александровича и думал и при его жизни, что, может быть, отчасти даже и он виноват сам с прекрасными книгами, воспоминания о себе, то, что он режиссер «При всей народной любви» совершенно не исследованный. Хотел сказать, недостаточно исследованный, но я бы даже сказал, категорично не исследованный. И если пытаться понимать почему, самое простое объяснение, оно же самое печальное, потому что любовь ослепляет. Народная любовь к нему настолько сильна, что если начнешь с кем-то обсуждать Рязанова, то главный ответ будет, ну он же настолько прекрасен. Ну да, этот фильм чуть менее прекрасен, но все равно Рязанов — это любовь. И все, на этом ставится многоточие. И заканчивается весь разбор. И, конечно, как у любого выдающегося режиссера, у любого культового режиссера, я абсолютно не считаю
прилагает меня к культовым каким-то таким мусорным, вредным, ничего не значащим, оно очень важное. Что такое культовый художник или режиссер? Ну вот в случае с режиссером. Это человек, чья роль в культуре и в обществе выходит за рамки непосредственной сервисной роли. Да, снимать фильмы, привлекать публику, заставлять ее думать там, о кино. Человек, который выходит за рамки кино, занимаясь как-то только кино, ну, все-таки он был поэтом, скромно занимался только кино. Вот, это и есть именно культовый режиссер. Конечно, Рязанов был культовым режиссером, стал очень быстро, собственно говоря, с первой картины, с «Карнавальной ночи». И с этим связано то, что, вот, возвращая, почему я приветствую этот цикл, потому что мне кажется, что один из продуктивных способов говорить о Рязанове и начать, наконец, исследовать, это подходить к нему не с точки зрения киноведения. Киноведение подтянется. И городской аспект ничем не хуже других, может быть, лучше многих. Вот. Поэтому я здесь себя чувствую чуть-чуть лишним. Я никакой, я был знаком с Эдгаром Александровичем, не то чтобы близко, несколько раз брал интервью, вы у меня с эфира на радио. Я не являюсь каким-то исследователем творчества, боже упаси, но, конечно, и во мне Рязанов, как просто во всех жителях нашей страны, или нашей бывшей страны, наверное, имеет смысл говорить об СССР, он и его фильм отзывается чем-то очень личным во мне тоже. И вы будете смеяться, хотя это правильно придуманный цикл, но действительно Москвы как таковой, в фильмах Рязанова не так много. При этом многие из них действительно о Москве, даже те, вот я уверен, что «Ирония судьбы» — это фильм о Москве. И я объясню сейчас почему. Он показывает одну из ключевых особенностей Москвы, которую, по-моему, ни один другой кинематографист не открыл. А Рязанов открыл, но он не прямо это проартикулировал, ну даже не Рязанов, Рязанов с Брагинским вдвоем это сделал. Вот, мне кажется, что, ну вот, когда про Москву говорят, надо же из вежливости как-то похвалить, все начинают говорить, что Москва, она такая красавица, что она такая, вот Максим сейчас тоже сказал какие-то вежливые, красивые слова, это все здорово. Вот она какая большая-пребольшая. Да, вот-вот, да, всем городам баловато, но всякие другие бессмысленные, ничего не значащие штампы. Я помню, что когда пытались сделать вдогонку Нью-Йорку и Парижу альманах «Москва, я люблю тебя», это был один из самых страшных фильмов, которые я видел в жизни. При этом я абсолютно уверен, я пытался даже подать кому-то идею, но, конечно, никто не купился на это. Что если кто-нибудь начал собирать, любой продюсер, вообще любой, даже без денег, собирать альманах «Москва, я ненавижу тебя», я убежден, что собралось бы колоссальное количество желающих высказаться, придумали бы интересные сценарии. Простите, сейчас как раз в Фейсбуке появился анонс события «Москва, я терплю тебя». Ну это, да, среднее что-то такое, действительно. Попытка. В духе толерантности, да. В общем, короче, я не к тому, что Рязанов ненавидел Москву вовсе нет. К тому, что я лично, как абсолютно коренной москвич, считаю, что Москва – это чудовище. И даже самые красивые места, вроде того же Кремля, вот ты приблизишься, и это на удалении очень хорошо, когда ты там оказываешься на Красной площади, то сразу вспоминаю, что это лобное место, что тут вот головы рубили. Я всегда, как всегда, вспоминаю, говорю, опричники, они в годы массовых казней, это к разговору о Эйзенштейне, вернемся к нему, они там на лошадях ездили, потому что иначе сапоги, красивые сапьяны, да, они настолько пропитывались кровью, что сапоги можно было выкинуть после похода на Красную площадь. И не только потому, что она красивая, она красная, я убежден в этом. Поэтому Москва вообще место довольно жуткое. Кстати, мы еще вернемся к Тимуру Бекмамбетову, как продолжателю дела «Иронии судьбы», нравится нам это или нет. Мне кажется, что один из секретов успеха Бекмамбетова, в частности его «Ночного дневного дозора», в том, что он наконец открыл людям глаза на то, что в новостройках Москвы обитают вампиры, колдуны, чудища. Но они действительно там обитают. Возьмите любую московскую газету объявлений. Там сплошные колдуны и колдуны. Это же не просто да. Не думайте, что я занимаюсь каким-то тролльком или шучу, я говорю абсолютно серьезно. Так вот, конечно, Москва чудовище, но дело в том, что Москва, как некоторые другие города, вот, например, я открыл тоже качество в городе Вена, который мне очень нравится. Это укромный город. Это город, который снаружи, увидеть его красоту, как, не знаю, в Амстердаме, Венеции, Петербурге, абсолютно невозможно. В Москве надо попасть куда-то внутрь, куда чужих не зовут, только своих. И там увидеть эту странную укромность Москвы. Вот какое-то зазеркалье ее. И Москва как город, где всегда последние долгие годы, да, мы говорим о кинематографической Москве, она почти вся приходится на СССР. Москва — это город, где находится власть.
и ты находишься рядом с ней, это опасно. Всегда есть это ощущение. Ты должен спрятаться, находясь рядом, спрятаться. Не быть на Красной площади, не быть там на Тверской, быть где-то. Тут квартира, тут, да, где-то есть какие-то рестораны, кафе, магазинчики, есть эти места. Каждый москвич вам расскажет про свои укромные места. И Рязанов, по-моему, прекрасно снимал кино об этом. Что такое вообще «Ирония судьбы»? Это фильм о том, как человек, по сути дела, это вообще история Алисы Зазеркалье. Он входит по ту сторону зеркала, он попадает в зеркальное отражение своего мира, где все такое же, но другое. Но вернусь немножко назад, чуть-чуть. Вы мне подаете какие-нибудь знаки руками или ногами, если будет скучно, я сразу тогда остановлюсь. Мне пока все очень нравится, все, что вы говорите, это вот. Прям точное попадание. Спасибо. Это импровизация. Это я сейчас придумал про себя. Значит, так вот. Мне кажется, что, конечно, Рязанов не случайно, или там, благодаря Брагинскому, открыл это в «Иронии судьбы». Он к этому шел с самого начала. Вот в чем было открытие Рязанова в «Карнавальной ночи», как я это вижу. Ну, это, наверное, опять же, общее место среди исследователей Рязанова, к которым я не отношусь. Это же разоблачение Сталина, 56-й год, оттепель, начало другой России. И что такое карнавал? Это переодевание, это маска. Люди снимают маски, обнаруживают друг друга, люди надевают маски, становятся другими людьми. Новые приходят на смену старым. Что такое новогодний фильм? Первый настоящий новогодний фильм в России. «Карнавальная ночь». Страна переодевается, и Москва в том числе, становится другой. И пробьет 12 часов, и мы проснемся в другой стране. И это был пафос, безусловно, знакомый всем, кто жил тогда в СССР. Не сомневаюсь в этом. И вот эта тема, на самом деле, глубоко русская. Брагинский — это большой русский драматург, на самом деле. Тема, восходящая Пушкину, Гоголю, Достоевскому, к Щедрину, к Андрею Белому, хоть он петербуржец, но он тоже про Москву хорошо писал. Тема двойников, вот этих вот двойных личин, человека, который становится другим человеком, она везде у Рязанова. Его лучший фильм «Берегись автомобиля» об этом, о том, как скромный служащий, он на самом деле и князь Мышкин, и Дон Кихот, и он Гамлет на сцене, да? И это все, с одной стороны, смешно, с другой стороны, это абсолютная магия. Он творит невероятные вещи, подвиги создает, находясь в этом советском социуме, в котором, как каждый зритель в зале понимал, никакие подвиги индивидуальные невозможны, они запрещены. А он это делает. И даже его выезд куда-то туда, где он встречается со священником, этот короткий разговор, это выезд в какое-то другое пространство параллельно. То, что у Довлатова прекрасно, его там эстонских рассказов. И вот, и все об этом. Все его лучшие. «Гусарская баллада» об этом, пожалуйста, без всякого Брагинского. Да, это чужой текст, это известная пьеса, но это история, как во время войны происходит преображение женщины в мужчину, да, возникает тема любви, она тоже спрятана, она вся с переодеваниями. Это все костюмная история с переодеваниями. И так вплоть до, опять же, вот вам третий сценарист, Горин, о бедном гусаре замолвил число. И опять актеры, и можно по всем его фильмам так пройтись и найти там это вот героическое в негероическом. Помните героя Леонова в «О бедном гусаре»? Это вот отдельная история, отдельно можно написать роман о герое Леонова внутри этого фильма. Об этом переодевании, об изменении участи и амплуа. Теперь «Ирония судьбы». Новый год, опять, как я уже сказал, самим Рязановым задана эта тема. Новый год — как маскарада, человек меняется, и он просыпается другим человеком. Что такое жизнь Жени Лукашина? Это абсолютно предсказуемая, повторяемая жизнь. И его невеста такая же его мама. Он может передать ей ключи от квартиры, новая квартира, та квартира. В любом случае, это человек, который остается в рамках своих координат. Ему 36 лет, жизнь пройдена до середины. Он понимает, что жизнь, даже если он женится, он не желает жениться, потому что он еще как-то смутно надеется, что жизнь будет другой. Он однажды пытался сбирать свою жизнь, но он вернулся. Он находится, как любой советский человек, в рамках своей жизни. Она прописана раз и навсегда. До свидания. И вот благодаря, кстати говоря, я думал о том, что бани, все эти банные пары, это тоже такой, конечно, магический портал. И, конечно, магический портал — это водка, без всякого сомнения. Это магическое зелье, которое переносит по ту сторону, за зеркалье. И вот он попадает за зеркалье. Он попадает в параллельный мир. Такая же третья улица стоит, такая же квартира, ключ открывает замок. И там женщина, но абсолютно другая. И заметьте, тут ведь очень важная вещь сказана про Москву. Максим сказал, что большая часть происходит в Ленинграде. Весь этот фильм о том, что москвич думает и что ему снится о Ленинграде.
Петербург – это наша Европа. Это столица, которая была до СССР. Это призрачный город. Да, город на болотах. Город-миф. Он не знает, что он там, оказывается там, попадает в зазеркалье, где такая же квартира, все типовое. И вдруг эта женщина, она же иностранка, это же не случайно Барбара Крыльская. Это как бы советская женщина по сюжету. Но мы-то знаем и видим, что вдруг другая женщина, другая квартира, другая жизнь, другая возможность. И вот эта возможность для абсолютно советского, скучного человека оказаться в другом мире, здесь огромное количество всего скрыто. И эти параллельные укромные пространства, закончилась оттепель, начались застойные годы, кухни, где гитары, песни, да, вдруг раз Цветаева откуда-то возникла. Откуда там Цветаева у этих советских людей, в их советских типовых домах? Возникает это самое зазеркалье, которое дает возможность чуда. И это чудо внутреннее, оно не связано ни с какой мистикой. Это чудо рождается изнутри этих героев. Через эту маленькую музыку. Да, через это маленькое, абсолютно бытовое чудо присутствия в зазеркальном мире, из которого можно вернуться обратно в Москву, но другим. И сделать эту Москву тоже абсолютно другой. И тут, конечно, очень интересно было бы просудать, но сейчас нет времени, о том, насколько противоположен пафос бекмамбетовской иронии судьбы. Вся идея которой, вся привлекательность которой в том, что да, мы живем в эпоху путинского гламура, но у нас все на самом деле так же, как было в тех уютных советских временах. У нас такой же застой, только немножко по гламурнее, больше похож на рекламу майонеза, и Сергей Безруков ходит, но в целом у нас все равно вот то же самое. И эти наши типовые дома, они не такие же типовые, они чудесные, хорошие, и все друг друга тут обязательно полюбят, мы заранее знаем, чем кончится. Мы каждый раз не знаем, когда мы смотрим фильм «Рязанова», чем это кончится. И мы заранее на начальных уже титрах бекмамбетовского фильма знаем, к чему это придет. И эта уверенность, да, эта надежность этого вот типового брежневского продолжающегося и есть секрет привлекательности огромной, конечно, этого фильма. Вот, ну и буквально, конечно, два слова хотел сказать о том, что Рязанов, конечно, все это продолжил вместе с Бродвейским в следующих фильмах. По всем им можно пройтись и все это там увидеть. Конечно, «Служебный роман» — это история, где без всякого переселения в другой город, внутри Москвы происходит такая волшебная трансформация, перемещение человека со службы домой, он становится тоже другим. Это тоже перемена маски, перемена своего «я». Ты хозяин в своем доме, и ты служащий, подчиненный системы, пока ты на работе. И, конечно, прекрасная картина «Гараж», которая тоже очень красноречиво говорит и о Москве, и о России, и об СССР. Да, это фильм, как у Агаты Кристи, в замкнутом помещении, при этом вся его тема – это гаражи, а именно маленькое пространство для расширения помещения, расширения твоего личного пространства, там, где тебе не разрешено его расширять, где каждому дано свое. И вот дается каждому маленький этот вот расширитель. И за него они дерутся, не замечая того, что при этом они закрыты, замкнуты. В том числе замкнуты внутри себя в этом паттерне необходимости добить себе гараж, вне зависимости от того, идеалиста или да, какая-то шкура, требующая от себя. Это не имеет значения. Вот, все, на этом свое маленькое вступление завершаю. Прошу прощения, что затянул. Да, ну Антон, спасибо, Антон. Рязанов как приверженец поэтики перехода, это, конечно, сильно. Я прям вот сейчас понял, что действительно, в принципе, такая точка зрения возможна, хотя... Советским фильмом тоже можно это протянуть, просто я говорю, у нас формат не позволяющий. Да, мы все-таки говорим не о фильмах, а мы говорим о Москве. Да, это, и вы как раз, мне кажется, затронули очень важную проблему. Простите, Максим, что я вас перебила. Мне очень понравилось вот это замечание о том, что в контексте Рязанова, что его любят, и поэтому очень сложно анализировать. Москву в кино тоже очень любят. И любят, или делают вид, и пытаются, и мы все время пытаемся смотреть на Москву через любовь. И как бы не за счет этого мы не замечаем каких-то проблем, которые на самом деле в этом фильме поставлены. И в фильме звучит такая фраза: на правду нельзя обижаться, даже если она горькая. И горькая правда контекста, в котором происходят события иронии судьбы, насколько она горькая, мы сейчас это поймем. Горькая правда заключается в том, что наши герои так или иначе, зазеркали они в Москве или в Ленинграде, находятся в ситуации стандарта, стандартизированных домов, обезличенных,
которые появляются везде и которые сулят прекрасное будущее. В то же время они находятся в контексте абсолютно стандартизированных условий. Одинаковая люстра, одинаковый плед, одинаковый сервиз. И во всем этом контексте происходит какая-то действительно неожиданная история эволюции человека. Но вот интересно было бы сейчас как раз обратиться к тому, что происходило с Москвой в это время, к тем процессам вот этого массовой застройки, которая действительно сулила счастье, обещала счастье, запланированное счастье, не просто какое-то, какая-то мечта о городе, а стандартизированное, запланированное счастье. Я поэтому передаю слово Юрию Волчку, который уже в 83-м году анализировал эти процессы и рассказывал о том, что на самом деле происходило с Москвой в этот период. Спасибо. Я-то так надеялся, так искренне восхищен всем, что я здесь слышал, и хотел в итоге сказать, представляете, мы провели вечер разговоров о Москве, и обошлись без вот этих самых стандартов в этом разговоре. Но не получилось, нам с тобой придется отдуваться. Первое, что меня потрясло, когда мне позвонили и сказали, что надо сюда прийти, я внимательно послушал все, что Юля сказала. Последний человек говорит, прошу прощения. Я не знаю, кто из вас это придумал, но это придумал гениальный человек. Посмотрите, как ваш институт называется. Не Рязанова, социального и городского. Все, сейчас все будет хорошо. И городского устройства. Дело в том, что я понимал, что визионерное искусство, искусство кино, это мы вот что-то видим. И анализируем то, что мы видим. Трагедия того, что происходит сегодня вообще в нашей культуре, а если уж совсем глубже, то диалоги культуры и цивилизации, мы все время ее догоняем, у вас там есть кинотеатр, который нам показывает те фильмы, которые мы смотрим, они давно, ну, вот Антон про это хорошо рассказывает, не буду отнимать у себя же время про это. А здесь оказывается важнее внутреннее устройство того, что происходит. И здесь прозвучало несколько сюжетов, на все отреагировать не могу. Но вот вы вспоминали Тарасова. А кто он по профессии, Тарасов, художник? Он архитектор изначально. Вот единственное, что правда не знаю, кончил он его или не кончил. Дело в том, что Петров очень дружил с архитекторами, и в фильме там же, ну вот, и озеро, и здесь, там впервые были показаны в этой стране архитекторы живьем, как они выглядят. Кахинор снимался. И все вот эти заставки, о которых идет речь, их в 1953-54 году студенты тогда еще Московского архитектурного института, но не была там самодеятельность, которая потом выросла. Во что она выросла? В город Зеленоград, который делал Игорь Александрович Покровский. Это люди, которых я буду сейчас называть, их не так много, разумеется, но это люди мирового уровня в архитектуре. А впрочем, ладно, не будут все. Но вот в Кахиноре были люди, которые профессиональные архитекторы настоящие, и которые тоже Покровский говорил, да, мы много иронизируем, но мы позволяем себе, это как бы самая ирония, потому что архитекторы в этом ансамбле, который себе это позволяет, просто первые руки за этим следили, кроме того, что надо было иметь музыкальное образование, школу надо было музыкально кончить, там были несколько правил, но при этом надо было принести, как сегодня говорят, портфолио, надо показать, что ты в архитектуре делаешь, если ты на новенького. А то на новенького никого не было. Это три курса института на самом-то деле объединились. Ну, так вот, волна такая пришла. Мне кажется, это очень важный сюжет, потому что когда про постмодернизм там начинают, вот мы куда-то, ну, вот все эти проблемы. Ребят, ну, у нас такова наша жизнь, так она у нас сложилась. Но у нас же постмодернизм, может быть, начался раньше, чем у того же Дженкса, которому пришлось возить их в Москве. Ну, команда приехала, я им показываю Васова. Это еще двоенная постройка, вот ЦСПС. Они пришли, посмотрели, сказали, да нет, этого не может быть, потому что это просто вот на обложку любой книги про постмодерн надо показывать, ставить этот дом. Не может быть, что он был до войны. Я, ну, сейчас вернемся, я вам какую книжку открою, где документ. И можно сказать, что это было сделано великим Васовым. Потрясающий человек, кстати, который знакомоздил много, но он сделал второй конкурс на Дворец Советов, его проект. Потом вся Европа, весь мир делал то, что он тогда умудрился изобразить. Да, изобразить, картинка. Но мы по сей день еще ничего не построили из того, что надо было бы построить.
Антон сказал тоже потрясающую вещь, когда вот он перечислял людей, которые, ну, с Москвой, спасибо Ферзу Брагинского, потому что это серьезная драматургическая там работа. Но у Булгакова Пушкин же тоже не выходит на сцену. Спектакль про Пушкина. 2 часа до него много говорят. И мы нежно любят, разумеется. Ну, слушайте, извините, что я вас перебью. Я просто специально отредактировал заранее, в ходе дела свою речь, поскольку я как раз ехал сюда в метро и думал, что нельзя про это говорить, не сказав про Зойкину квартиру, про Мастера Маргариту и про Ивана Васильевича. Тут нам придется упоминать и Гайдая, но потом решил, что это слишком много и хватит. Потому что вся московская мистика. Не, я сейчас про проект. Я про любовь, так про любовь. Значит, любовь не мешает анализу, я к этому. Когда возникает ситуация анализа. Вот то, как назван институт, он провоцирует такой разговор об анализе. Про стандарт. Юля очень хочет. Ну раз хочет, что же теперь делать? Но действительно, Юля абсолютно права. И стенки, кроме квартир, кроме домов, и стенки одинаковые, и все прочее одинаково. Трагедия это ведь в чем? Не в стандарте, а стандарт следствия, а единственность. Но если в стране один завод делает ключи, да на всю страну замок и ключ к нему, он правда одинаковый. Стенки, которые стояли в каждой квартире, потом в Германии стали по Хельгу. Но появилась еще одна версия, потом еще одна версия. Вот такой Николай Петрович Рязанов, архитектор, ну а оговорка здесь уместная. Так вот этот Николай Петрович Розанов, потрясающий герой Санкт-Петербурга, он один из героев, который внедрил это крупнопанельное домостроение. Мне пришлось адаптировать его к ним. В один прекрасный день прихожу к ним, говорю, ну как вы, делайте, что хотите. Но я правда не в состоянии понять, я еще стройсдаты сдавал, графика стройсдаты – это отдельная песня, но я не могу понять отличие вот этого плана от этого. Он говорит, сейчас все объясню. Садись. Ты, он говорит, не волнуйся, сейчас чайку попьем, я тебе все расскажу. Что он рассказывает? Оказывается, посмотри, вот здесь коридор на 20 сантиметров шире, чем это. Это 2 инфаркта. 3 паркетных коридора и еще что-то. Потому что это же надо всю промышленность строительную переделать под то, чтобы коридор на 20 сантиметров стал шире. А нельзя, чтобы не был шире, потому что, в общем, это не очень хорошо. Гроб из квартиры вынести, пардон, невозможно. Вы будете смеяться, но это, в общем, тут смеяться трудно. Но это разговор об устройстве здесь, почему не так дорог? Потому что Рязанов же тоже снимал трап. Комедии, да, они всегда вот это двойные. И вот это двойное существование, которое Антон так красиво изыскали, рассказал, очень образно, очень точно. Но это, кроме этой образности, еще вот и ну, та, которая формирует эту проблему. Давайте еще один образ, чтобы вам чуть легче было ориентироваться. Значит, вся страна, и не только архитектура и строительство, жила в логике того времени, вот такой. Коэффициент был К1, К2, отношение К1, К2. К1 – это жилая площадь, К2 – это общая площадь. Вот этим принцип очень простой. Ну, как всегда, телефон звонит вовремя, я забыл его отключить. Естественно, они хотят, чтобы К1, К2 относилось как можно меньше. Ну, дешевле, они экономят. А есть еще одно понятие, связанное с ВК. Там вообще несколько понятий, нам сегодня хватит двух. Так называемое К-пространство, которым институт этим тоже пользуется. Технически, ребят, сегодня в школе, это я говорю ответственно, у меня девочка в 5 классе. Они теорию множеств проходят, им только не рассказывают, что это теория множеств. Но они это уже знают. Поэтому она про графы, про то, про все, она этих слов не знает, но она умеет с этим оперировать. Так вот, К-пространство, это пространство Кондоровича. Кто в этом зале знает про Кондоровича? А это единственный Нобелевский лауреат по экономике в этой стране. Получил Нобелевскую премию в эти же годы. Слушайте, это не Ленинский, мы потом Ленинскую дали, потому что неприлично. А Нобелевскую премию, потому что, как вы понимаете, Нобелевского комитета никто в ЦК не рассказывал, что надо дать Нобелевскую премию человеку, который чем занимался. Там очень интересное название. Ну, оптимальное распределение ресурсов, там линейное программирование, все, вот, все про это. Значит, у нас всегда был минимум и всегда был максимум. Но что делать, что наше массовое сознание максимум вообще не интересуется, его нет в природе. С минимумом. Там свои проблемы.
Но у нас с этим проблема, потому что опять, мы это называем экономикой, но потом у нас экономика почему-то, экономия должна быть экономной. Представьте себе образ, ну, эти люди в кино, они мультипликацию на эту тему. Представляете, это сложная работа. Придумать, как экономить. Экономика должна быть экономной. Или экономия должна быть экономной. Тут есть с кем на эту тему поговорить. Сценарии такие. Сценарии, а как они могли не быть, обязательно были. На этом фоне. Вопрос об юбилее. Я сейчас говорю, в этом году еще один юбилей. Но коль мы уже пытаемся говорить об архитектуре, вот о всей этой кипучей деятельности, так как сегодня принято говорить во всем цивилизованном мире, пардон, как о неком интеллектуальном времяпрепровождении, скажем так, помягче, попроще, то тогда так появляются какие-то слои, которые вот они внешне никак не предъявлены. Опять все возвращается к слову устройство, которое сегодня здесь у меня произвело просто неизгладимое впечатление. И в этой логике я разговор услышал, что меня тоже, в общем-то, вы сами понимаете, не может не усвитить. В 1956 году, ну есть такой международный, он по сей день существует, ИСА, это Международный союз архитекторов. Международный союз архитекторов время от времени регулярно, там все по своим правилам, проводит вот свои собрания. Пятый конгресс архитекторов должен был в 1956 году проходить в Москве. Чем занимался этот конгресс, от чего собирались? Подводить итоги послевоенного восстановления. Вся Европа, и не только Европа, японцы тоже, там, ну, они прошли к этому времени вот все, что у нас здесь в кино. Все это массовое индустриальное построение, к этому времени они с ним прощались, они ему делали ручки. Долго рассказывать, у меня нет такой возможности сейчас, но это правда детектив, это очень забавно. В силу разных причин Никита Сергеевич это правда не любил, вот то, что было для него. Почему он этого не любил? Он же был секретарем партии, ну, как бы, довольно долго после Кагановича командовал Москвой. Ну и что? А как мандал кого? Вот этот доклад, который якобы все повернул куда-то, он же его в 37-м году прочитал. Он был чуть компактнее. Ножницами его сделали чуть подлиннее. Ну кто тогда будет слушать первого секретаря Московского горкома, кроме москвичей? Когда конгресс в результате собрался, сейчас я скажу как, это к вопросу об этике, вот о понимании того, что происходит, и уважении к тому, что потом мы вот здесь умудрились организовать. Они его проводили в МГУ. Никита Сергеевич оказался первым и последним главой государства, который не поехал на конгресс. Это входит в стоимость путевки. Идет первое лицо государства, приезжает к архитекторам, ну вот на их конгресс международный, общается с лидерами, со звездами и так далее. Никита Сергеевич не поехал в университет. Наш новый начальник сейчас тоже не везде ездит, как вы знаете. Тоже не все любят. Это другое. Но на самом-то деле параллели настолько, вот они вот так вопиют, что про это можно отдельно собраться просто здесь, дополнительно четвертый, проведите вот такую историю, что было тогда и что сегодня. Хотите в кино, хотите, мы придем. Сколько рассказывал про архитектуру, только сегодня это все жестче. А что у нас сегодня не типовая архитектура? Типовая, только она выглядит еще более вульгарно, еще более ручкой делает всему цивилизованному миру, который же не стоит, не ждет, пока мы его догоним. А тогда что произошло? 56-й год. Мы же вляпались в историю, как обычно, венгерские события. Архитекторы не хотят ехать в Москву. Нормально. Люди говорят, слушай, давайте у нас проведем конгресс. Что за беда? Так вот, мудрые люди во главе этого конгресса говорят, нет, СССР, страна, Москва, то все, вот давайте подождем. Они провели конгресс в 58-м году, это было уже что? 12 лет вот, после военного восстановления городов. Еще один тезис, и я уже начну закругляться, понимаю, что очень долго это все будет. Мы сегодня обсуждаем, ну как это забавно выглядит в кино, сносить или не сносить пятиэтажки, девятиэтажки, двенадцатиэтажки, еще чего-то. А слышим, кстати, то, что уже построили вот в советское время, но это, правда, немножко другая тема. Что было заявлено тогда? Это можно встречать с улыбкой, пожалуйста, это кому как больше нравится. Вот вся эта индустриальная катавасия, которую мы затеваем, это на 20, максимум на 25 лет. Это временно, потому что через 20 лет советские люди будут жить при коммунизме. Это не я сказал, это же он сказал. И мы будем строить счастливые, ну вот будем строить то, что полагается строить.
при коммунизме мы живем, как и жили, чем это хуже, лучше, сейчас не будем обсуждать, что там с коммунизмом. Дома эти, тем не менее, казалось бы, черт как плохо сделаны, и трагедия-то на самом деле в другом. Это кто из героев сказал, что в этой стране так воровали, так и воруют? Значит, строители во всем виноваты. Нет, они тоже ни в чем не виноваты. Они тоже поставлены в совершенно идиотские условия самоограничения. И давайте я вам скажу последнее, что вопрос о стандартизации. Некоторое время пришлось работать... 65-й год, мне диплом надо делать. Я делал диплом, по мере того времени, в общем, я делал некое исследование. Не проект, а вот исследование. Я делал, а они научили складку делать. На территории Лужников, сейчас это все снесли, что-то надеюсь, за не надо достать. Они сделали тренировочный каток, аж 38 метров провел. Как его перекрыть? Они придумали две складки. Идиотские, тяжелые. Я попал в какие-то складки, делал какие-то большие там пролеты, перекрывался. Все. Ну, в общем, это все тогда было встречено просто вот на ура. 65-й год. Уже тогда все понимали, что от этого всего устали. Но надо искать какие-то варианты. А тут еще капитанцы. Да, я тоже не могу не сказать вопрос о стандарте. Это я вам про конгресс архитекторов. Экспо 67-го года, это всемирная выставка, в этом году она была в Милане. Это всегда событие для города, в котором это событие должно происходить. В Москве должно было быть в 67-м году, в 61-м году готовились, конкурсы проводили, то есть все, хотели на ВДНХ, а там все, ну, неважно, в теплом стане, территории. Потрясающе, там очень разные были проекты, я не хочу обсуждать. В 67-м у нас мы отказались, сдулись, не провели. Провели Монреаль. Маша Сады сделал хабитат. Слушайте, если бы этот хабитат стоял в Москве, мы вообще сейчас жили бы совершенно в другом городе. Потому что люди, которые могли это сделать, это я говорю ответственно, потому что я тогда сидел просто в эпицентре, так мне повезло несколько раз в жизни, трагедию жить, одно несколько раз повезло. Мне повезло, я попал в эпицентр, где сидели самые крутые, самые умные, вот все мозги, какие есть, профессии были собраны в этом отделе строительной конструкции Муспроекта. Там Никитин сидел, там, ну, из молодых тогда кончили, тогда там начинал. Неважно, сейчас. Там был у нас один старичок, инженер. Они говорят, слушайте, а чего это смотреть? Вот люди делают там что-то, патенты получают. Там Никитин, чтобы сделать эту свою башню, они там чуть ли не 1000 авторских свидетельств и патентов получили. Говорят, ну, так правильно сделали, потому что если она рухнет, надо же чем-то перекрывать, они все соломинку подкладывают. А так-то вообще-то не обязательно делать. Этот старичок, как полагается, предпринимает, он рассказывает, он не был при этом. Но общался с публикой, с молодежью. Он говорит, хотите, через 2 месяца я вам покажу, выдаю документ о приоритете. Это вообще не разговор. Знаете, что изобрел этот человек? Тут же получил действительно за 2 месяца приоритет. Вот я рассказываю только про одно. Что вот не тупо люди делали, не понимая, что они делают. Люди-то все понимали, что они делают, но ситуация, вот те самые предлагаемые обстоятельства, которые на театре, и не зря же архитекторы тогда уходили на театр, сценография фантастическая, в кино, в телевидении, в книжном бархим, Сергей Михайлович, народный художник, он на театре, а его друг, с которым они вместе учились, Миша Аникс, он более судьбы в Англии, он просто крупнейший сегодня специалист по книжной, по архитектонике книги, так это точнее называется. Что придумал этот пожилой человек? Будем считать, что это кастрюлька. А это, пардон, будем считать, что это полотно. Просто как апельсин. Он взял и дегофрифровал ручку полотна. Объяснение это так непростое. Кастрюльки же разной высоты, чтобы полотник туда не падал и не утонул там, чтобы можно было повесить только не изнутри, как у вас, я не касаюсь, я аккуратно, снаружи. Вот он именно кофеевал, хотите, так повесили на одну высоту так, на другую высоту так, и отлично. Пока я еще нигде таких полотников не видел, но он тогда лихо, вот тут он всем доказал, что профессия того стоит. Трагедия в том, что она, доведенная до такого состояния
А было все, но я вот Коля, наверное, расскажет, он это знает наверняка не хуже. Можно было придумать тогда все что угодно. И затмённый блок, тот же Олег Хабитат, там так, мужики придумывали потрясающие совершенно вещи. Но его надо было сравнить по стоимости с пятиэтажкой или панельным домом. Ну попробуйте обыграть К1, К2 в панельном пятиэтажном доме. Физически нереально, не говоря уже о том, что он стены. Там и зачерлись. У нас было очень много слоев, которые по сей день, к горькому сожалению, не востребованы, но могу сказать совершенно определенно. Если бы этого не было тогда, мы бы и в космос не попали, потому что не было вот этих сетчатых конструкций, которые еще от Шухова пошли, и которые они тогда умели делать, у меня нет возможности это рассказывать. Это все происходило именно в эти годы, вот вторая половина 60-х, и самые-самые впоследствии, 71-й, 72-й, 73-й, потрясающие годы. Здесь было все, но, к горькому сожалению, оказалось по сей день не востребовано. Можно я? Спасибо большое. Вот видите... Мультипликация действительно должна быть очень благодарна архитектурному, так сказать, стандартизации архитектурной, потому что действительно очень много народу уходило в мультипликацию из архитектурных выходцев, из архитектурных вузов, потому что проявлять себя в рамках этих СМИПов было совершенно невозможно, хотя, по-моему, Тарасов все-таки захотел проиграть, но в мультипликации действительно очень много бывших архитекторов. Это да. Там, может быть, Кошкин был? Может, Кошкин бывший архитектор, нет? Ну, знаете, да, я уж тоже добавлю, потому что здесь вспоминали Герасимова в самом фильме. В архитектуре. Там все эти архитектурные проекты были нарисованы Галаджевым, который совсем не был архитектором. Поэтому, мне кажется, вот это то, как они перетекали из одного в другое в советском пространстве, это отдельная какая-то тема. Но это действительно, в любом случае, была попытка ухода от стандартизации, конечно. Вот интересно, так действительно, как в фильмах... стандартизации, вот опять, от нее не надо уходить. Она никому не мешает. Весь мир живет только по законам стандартизации. Только стандартизируют другое. Ваши дети чем занимаются сегодня? В Лего играют, да? Это не стандартизация. А японцы, кстати, запретили уже этим заниматься, так что запретили вообще компьютеров выходить в архитектурную школу, в дизайнерскую, до третьего курса, включительно. Не пропускали. Стандартизация, только она должна быть применена там, где она должна быть применена, по-другому. То есть вечно идет об устройстве, а сама стандартизация, как понятие, она не мешает устройству. Им тут надо уметь распорядиться по-человечески. И денег вложить на ровно столько, сколько нужно. Я понял, что нужно для мультипликации нужно запретить урок студентам ГИК работать с компьютерной программой, мультипликатором будущего, это точно. Просто про ту стандартизацию, которая обусловит стандартизацию жизни, о которой говорил Антон, когда вся жизнь стандартизирована, в том числе и у архитекторов, и у художников, и у тех, кто работает в кино, и у Лукашина, и у Нази. Массовая культура, она, в принципе, на этом и держится. Ничего другого, наша мода, она... Безусловно, но вот как раз, по-моему, Рязанов, если я правильно понял нашу киновическую часть стола, он всячески пытался с этой стандартизацией бороться, и Бродинский тоже, потому что, ну просто давайте вспомним, что фильму предшествовала... Фильму предшествовала пьеса. Ни одного жанра повтора, ни одного интонационного повтора, ни одного фильма нет. Это он ненавидел повторяться, ну, более чем кто-либо. Конечно. Давайте немножко вернемся к нашей теме, потому что мы говорим про город, и у нас остался еще один спикер, Николай Малинин, который на самом деле, мне кажется, разрушит этот миф о том, что в этот момент происходит действительно какая-то стандартизация жилья, потому что, да, действительно, момент очень важный, что несмотря на то, что речь идет о застройке массовой в спальных районах, место действия съемок и то, что происходит в фильме, это экспериментальное жилье. И поэтому я передаю слово Николаю Малинину, который, мне кажется, эту историю может развить и развенчать этот миф немножко. Спасибо, Юль. Я все-таки для начала махну вот этой книжкой, раз уж я ее захватил. Я, честно говоря, не был уверен, что Юрий Павлович сегодня будет с нами, решил в качестве Юрия Павловича взять его книжечку, которая действительно 83-го года, о чем говорила Юля. И это не просто книжка какая-то о Москве, это, во-первых, совершенно замечательно
написанное нормальным человеческим языком, что для 1983 года страшная редкость. А во-вторых, здесь действительно есть несколько замечательных цитат, которые связывают тогдашнюю архитектуру, ее эволюцию с как раз фильмом Рязанова. Ну, я, собственно, сначала собирался вам даже что-то. Одну секунду, школьник сказал. Договор заключали, тут написано 7 новелл про Москву, ну, про то, как она делается. Договор заключали на 20, в издательство взяли 12, но в жизнь вышло 7, поэтому она маленькая. Вот, но я не буду уже сейчас вам зачитывать те цитаты, которые хотел зачитать, потому что уже, конечно, пошел второй час нашего мероприятия. Наверное, я лучше покажу несколько картинок и попытаюсь, я, если только позволите, встану, чтобы видеть и вас, и картинки, попытаюсь немножко предложить какое-то размышление на тему вот, вопросов стандартизации и унификации. И, собственно, три таких маленьких сюжета. В итоге мне все-таки хотелось бы, чтобы они меня слушались. Что-то мне можно сделать. Так. Значит, собственно, три сюжета на тему архитектуры и кино. И вот совсем коротко я постараюсь это все сделать. Это кадр из фильма «За витриной универмага» 1955 год. И довольно необычный фильм, потому что там показана такая торговля, которой в тот момент еще, в общем-то, нету. Там вежливые, но не угодливые продавцы, там они общаются с покупателями, там нет таких обычных, привычных в тот момент прилавков. То есть совершенно неожиданный магазин показывает нам фильм «За витриной универмага». При этом снимается этот фильм в павильоне, потому что такого универмага еще в реальности нету. Да, то есть, вот мне кажется, это такой первый момент интересного взаимодействия архитектуры и кино, да, вот как бы кино провоцирует вот это развитие той хрущевской торговли, которая, собственно, по сравнению со сталинской радикально снимает те границы между человеком и товаром, которые были, да, и уже буквально в 64-м году, ну не буквально, ладно, прошло 9 лет, в другом фильме, фильме «Зеленый огонек», на вопрос местных, на вопрос своих пассажиров водитель такси говорит, что бы такого в Москве посмотреть, к чему бы приобщиться, и он тут же, значит, уверенно говорит, магазин «Москва». И как раз вот этот магазин «Москва», он, собственно, уже все то, что было в фильме «За витриной универмага», в себе содержит. Да, и появляются вот эти вот совершенно необычные, прозрачные наполовину, да, прилавки, и уже вот этот знаменитый потолок посвеченный, который в Бьенкорфе, в Роттердамском универмаге, да, первый раз возник еще 10 лет назад. Ну вот, да, вот этот доступ к товарам и вот эти все дизайнерские вещи, да, то есть вот это все появляется сначала в фильме «За витриной универмага», и только потом, спустя, да, вот уже в 65-м году открывается универмаг «Москва», материализуется в живьем, да, вот такие замечательные ностальгические снимки. Это, собственно, первый сюжет, который мне, как бы, сейчас все, надеюсь, я их сумею соединить. Три направления мысли. Значит, дальше, вот смотрите, это на Ленинском проспекте, 69-й год, архитектор Яков Белопольский, Госстандарт. Сегодня называется Росстандарт, но понятно, что это организация, которая отвечает за стандарты. Да, стандарты во всем, в товарах, в производстве, в торговле, везде, в том числе и в архитектуре. Ну и, соответственно, как бы это здание, которое должно собой, ну, поскольку символическая роль архитектуры тогда, да, так сказать, никоим образом не отрицалась, символизировать вот эту самую тему. И дальше вот, мне кажется очень любопытным, как происходит, собственно, вот этот постепенный откат архитекторов от вот этой такой яркой индивидуальности, выразительности каждого своего проекта, да, в сторону стандартизации. Причем это происходит буквально на одной улице. Я сейчас, ну, жалко, что это не проспект Вернадского, на котором расположены дома Жени Лукашина, это соседний Ленинский проспект, но тем не менее, смотрите, вот, значит, все вы говорите Госстандарт, да? Ну да. Вот. А значит, справа гигантский дом, это архитектор Жолтовский, который строит вот, да, за 10 лет, за 15 до, значит, нашего Госстандарта, вот такой жилой дом. Я хотел показать прообразом у этого дома Жолтовского, да, вот этот палац Медичи Рикарди во Флоренции. То есть на самом деле такой довольно уникальный референс. Тем не менее, Жолтовский берет и повторяет этот же дом, да, в другом месте на Смоленском бульваре. Ну, тут, конечно, немножко есть отличия, да, в том числе вот эта знаменитая башенка, которая стоит типа устава на дальнем углу
дома. Тем не менее, то есть это вот да, такая версия Жолтовского как бы стандартизации и повторения типового какого-то проекта, да, но при этом в разных местах. А вот картинка, которую я нечаянно раньше положил, это в том же квартале, вот там дальше в глубине стоит дом Жолтовского, а это дом, который построил архитектор, мой сильно нелюбимый Алексей Щусев. Дом Академии наук, здесь вообще-то должно было пройти третье Сталинское кольцо, новое бульварное, так называемое, которое потом, став третьим, уже прошло южнее, да? Поэтому он такой пафосный и парадный. И по изначальному проекту предполагалось, что Щусев построит свой вот такой же точно дом, но вот там, где черное пятно, на том месте, где потом вырастет вот этот самый дом госстандарта, да, почему я показываю все вместе. То есть, как бы, это тоже история про типовое строительство, но уже, в отличие от предыдущей, как бы, один и тот же дом, вот, замыкает с двух сторон один и тот же квартал. Значит, ну, вот он еще раз, этот дом Щусева, да, значит, вот Жолтовский, который повторил себя на Смоленской площади, вот Щусев, который должен был повторить свой дом рядышком, но умер, и уже этого не произошло. И история еще более давняя, довоенная, когда на той же самой Калкалужской большой улице, которая стоит под Смоленским проспектом, вот строятся такие дома по правой стороне, да, туда ближе к площади Гагарина, и они все тоже строятся абсолютно одинаковым образом, по точным скоростным методам, то есть вот приходят каменщики, возводят один дом, потом они переходят на второй, сюда приходят отделочники, да, то есть вот это такой тоже конвейер, такой стандарт, еще довоенный, но при этом все-таки понятно, что в тот момент архитектура это еще никоим образом не типовое строительство, поэтому у каждого дома есть свой архитектор, ну, там у каждого двух домов, где-то Мордвинов, где-то Кольц и так далее, да, то есть поэтому дома все-таки очень разные, но при этом внутри, по сути своей, да, по планировкам, по конструктивам, они абсолютно одинаковые, недаром они устроятся вот этим по точно-скоростным методам. То есть это вот такие, как бы, преддверия к этой теме, да, которые, я откручиваю историю назад, да, то есть от, значит, госстандарта к Щусеву, Жолтовскому и вот сюда, то есть, как бы, это вот 20 лет, которые советская архитектура проходит, мучаясь тем, как же перестать быть искусством и каждому дому перестать быть индивидуальным и стать вот этим самым типовым. Вот. Ну и дальше, собственно, что мне как раз кажется поразительным в этой истории, причем этот уникальный кадр журнала, там еще видите, у него низ у этого здания госстандарта, он еще подсеченный, его потом целиком закроют, а здесь он, чем еще мне эта фотография важна, потому что он здесь, конечно же, лучше всего напоминает свой прообраз. А именно вот этот знаменитый дом Миса Ван дер Роэ в городе Чикаго, Лейкшор Драйв, да, это 48-й год. То есть это вообще такой первый прообраз всех будущих американских небоскребов, конечно, с которым наш дом госстандарта, ну, в общем, это было не секретом ни для кого в тот момент, ни для критиков, и за это его много ругали, что он взял у Миса вот эти ребра, которые декоративные, стальные, да. Вот. Тем не менее, что поразительно, что человек, который строит штаб-квартиру, здание, госстандарт, отвечающего за стандартизацию, да, всего, чего можно в нашей стране, он настолько уникальный, тоже референс позволяет себе в качестве вот прообраза, да, вот такой дом, который действительно очень сильно, особенно пропорциями окон. То есть вот наши окна госстандарта, это прямо буквально вот тот же самый модуль, который у Миса Ван дер Роэ в Чикаго. Вот. Ну, планировки, в общем, конечно, это вот Мисс Ван дер Роэ, да, это, ну, простите, что не очень качественные нашего госстандарта. Понятно, что это офисное здание, там жилое, и, конечно, там окна от пола до потолка, что у нас только появится уже в 2000-е нулевые годы, да, для жилых домов станет каким-то стандартом. Вот. А здесь, конечно, ну, вот, меня юбки сотрудницы прикрывают все-таки, так сказать, стимолит до какой-то части. Тем не менее, мне кажется, вот это поразительная история, что здание, которое вот должно символизировать тему стандартов и, собственно, мысль квартиры этого министерства, да, оно настолько не типово само по себе, да, и это вот имеет прямое отношение к нашему фильму, потому что, ну, вот, да, вы все это знаете, сегодня эта фраза уже прозвучала, что историю про типовую архитектуру Рязанов снимает совершенно в нетиповом доме, да, в доме, который был одним из экспериментальных, и, то есть, вот здесь как бы есть такой парадокс, да, то есть художник для того, чтобы заострить проблему и сделать какое-то такое сильное высказывание, все равно берет не Черемушкинскую, не Хрущевку, да, а все-таки он берет совершенно другой дом, вот, и понятно, опять же, что там мы не столько много видим этой самой архитектуры, тем более, что там много съемок, опять же, в павильоне, да, происходит, тем не менее, мне кажется, вот очень важно, действительно понимать, что в этот момент в Москве
совсем даже все не так, как мы можем себе представить по этому фильму, да, и в стране, что вот у нас просто стоят одинаковые совершенно коробки по всей стране, по Москве и по Питеру, да, которые уже настолько неотличимы друг от друга стали. А на самом деле, конечно, в это время происходит масса экспериментов именно на тему жилья. Я сейчас покажу очень коротко, просто в качестве, да, вот иллюстрации вот этого ощущения того, что насколько фильм, ну, как бы лукав, да, мы ведемся вот на этот мультик, который идет в начале, и смотрим его как такую, какую-то, может, там, трагическую историю, да, про однообразие, про безликость. А на самом деле он, конечно, не про это, я, собственно, наверное, как бы этим закончу, а сейчас просто буквально бегло покажу несколько объектов, да, которые строятся в это время, чтобы, ну, еще раз, наверное, вы, как бы, с этим как-то интересуетесь, представляете себе, да, но насколько разнообразна была палитра вот этих поисков. Это, соответственно, знаменитый дом нового быта на улице Шведника, который изначально предполагался как нормальный жилой дом, а только потом уже был перепрофилирован под общежитие студентов МГУ, да, и которым, конечно, вот это традиция 20-х годов, попытка сделать из дома больше, чем просто жилище с маленькими ячейками, а некое общественное пространство, где люди общаются, занимаются спортом, там, вместе едят, думают. Да, это, конечно, в первую очередь эта история, но при этом и сам дом совершенно необычный, не похожий, ну, ни на что в Москве. Да? Значит, другая история — это замечательный квартал «Лебедь» архитектора Андрея Мерсона, который вот стоит на Ленинградском шоссе. Конечно, сегодня он уже, так сказать, выглядит немножко печально, потому что действительно сделан из тех вот типовых элементов единого каталога, о которых говорил Юрий Павлович, но при этом ему все равно удается вот из этих банальных, одинаковых элементов выжать настолько необычную композицию, настолько нестандартную по своему вот общему, да, как бы рисунку, потому как ты мимо него идя или едучи, ты понимаешь, как он у тебя вертится совершенно разными, оборачивается сторонами. Да, ну вот фотография Дениса Исакова, который сейчас много снимает, вот этот московский брутализм, как он его называет, вот такой комплекс, да, не менее редкий случай увидеть его сверху, чтобы понять, насколько он действительно интересно встроен еще и вот в эту ситуацию на Химкинском водохранилище. А это и тот дом, который вообще-то должен был стоять вот там немножко левее, в этом комплексе, вот этот дом на ножках, да, но потом его там не построили, перенесли на Беговую улицу. И, собственно, тот же самый архитектор Мирсон, и тоже здесь очень много всего экспериментального. Понятно, что эти ножки, которые полагались в парке для того, чтобы не делать жесткой границы между зеленью, между водохранилищем, да, и двором, они там были, конечно, гораздо больше нужны, чем здесь, на Беговой улице, которая, конечно, в тот момент еще не была этим ужасом третьего кольца. Вот. И здесь, кстати, вот очень интересные... То есть, понимаете, в каждом из этих домов что-то происходит новое. Например, здесь вот Мирсон экспериментирует с тем, чтобы вот эти стыки панелей не делать ровными, чтобы туда не попадала вода, а делать их нахлёст, чтобы один перекрывал другой. Да? То есть таким простым образом, чтобы вода просто не затекала и не разрушала вот, собственно, саму себе соединение этой конструкции. Да? Другой знаменитый дом Андреева и Заикина на проспекте Мира. Это первый такой здоровый 25-этажный дом, тоже, конечно, из панелей, да, в котором тоже и внутри, я просто сейчас, опять же, уже не хочу вас грузить, так сказать, планировками и все подробности показывать, но насколько разные дома, даже вы видите внешне, да, они настолько же отражают вот эту разницу в своих планировочных решениях. Ну или вот, например, знаменитые башни Булыха. Опять же таки, не так часто мы слышим, чтобы вот дома назывались по имени архитектора, который их построил. Это действительно Ефим Гулых, того же самого Якова Белопольского, постоянный соавтор. Вот. И здесь как раз вот у меня есть план этих башен, да, чтобы действительно убедиться в том, насколько, то есть насколько рационально ему удается организовать это здание. То есть я долго медитировал над этой картинкой, никогда там, к сожалению, не был внутри в этих башнях. Их довольно много, не только в Москве построены, в этих башен ВЛХ, но при этом действительно чрезвычайно рациональный и хороший план, да, такой качественный, то есть сами дома, которые, в которых, ну, в общем, вполне хочется, ну, не знаю, я сейчас, может, конечно, рассмешу публику, да, скажу, в которых хочется жить и сегодня, да, то есть, наверное, конечно, это не совсем те стандарты современные, о которых мы как-то втайне мечтаем, но, тем не менее, вот это действительно профессиональная архитектурная работа по созданию какой-то, ну, пусть не новой жизни, да, но все-таки качественной, просто простыми средствами архитектуры, да. Максима Галинкина дома на Беговой улице тоже очень необычные, там еще интересные, у них есть светлые прихожие, то есть вот, он специально так делает, соединяет между собой вот эти блоки композиции, да, чтобы оставить по светлому пространству прихожих.
Или вот дома на улице 9 Рота, да, вот сейчас Юрий Павлович говорит про Машесарди, про его дом, про Хабитат, да, вот мне кажется, что это такая робкая московская попытка сделать такую же, так сказать, композицию живописную из простых, казалось бы, да, материалов, вот в духе того дома, который в Монреале сделал Сарди. Ну, опять же, всем известный, да, дом в Матвеевском, из таких в Москве круглых два архитектора СТАМО. Опять же, да, какие-то попытки постоянные из очень простых вещей, из очень простых сюжетов сделать что-то все-таки необычное и совсем, конечно, не ради какого-то жеста, не ради красивой картинки. Ну, наконец, опять же, любимая Чертанова. Я, наверное, конечно, вот надо было положить сюда картинку из фильма «Шультес», чтобы, так сказать, кинематографическую тему как бы завершить и довести до сегодняшнего дня. Меня страшно заинтриговало. Вот фильм «Бакура Бакураза» про такого человека с амнезией, который живет такой сложной жизнью, очень депрессивно находится в такой как бы ситуации, сам такой с какими-то, естественно, криминальными внутренними подтекстами, и он его снимает вот как раз Черданова, да, который вообще-то район экспериментальный, там, удивительный, необычный. Вот. И, ну, по логике, он, конечно, его бы должен был снимать в каком-то гораздо более трагическом таком районе, не знаю, в Стригино, который для меня олицетворяет с детства, потому что всех моих друзей туда переселили, и я ненавидел это самое Стригино просто всеми фибрами своей души, ну, в общем, что-то вот такое, да, а Бакураза его снимает вот в Чертаново, который очень интересный, очень необычный квартал. Я долго мучился этим вопросом, в конце концов позвонил режиссеру, говорю, вот зачем ты все в Чертаново снимает в таком прекрасном, необычном районе, на что Бакураза говорит, так, если бы иначе, это было бы масло масляное, если бы я снимал бы в Бирюлево или же в каком-то еще таком же районе, по определению трагическом, да, а в Чертаново, то есть как бы он это совершенно с пониманием сделал. Вот. И, конечно, вот эти все прекрасные, извините, не очень качественные фотографии, да, вот даже то, что уже понимая, что советский человек несчастный, которому все равно всегда мало места, не хватает места для санок, и велосипеда все равно будет стеклить эти чертовы балконы, а вот уже, да, как бы вот заранее закладываются вот эти брутальные консоли, которые здесь есть, да, то есть архитектор пытается уже, предчувствуя судьбу дома, да, как бы заранее сложить какие-то решения, какие-то моменты, которые, ну, хоть как-то вот эту всю его будущность, ну, немножко снимут ужас, да, поэтому вот такой, как бы, брутальность этих решений фасада, чтобы вот это грядущее остекление неизбежное, да, вот как-то минимизировать. Ну, знаменитые вот эти коридоры, и вот коридоры, которые соединяют дома, в которых, да, можно было кататься на велосипедах, и коридоры для машин, которые подземные тоннели, это, конечно, тоже все, в общем-то, новое совершенно слово, чего в Москве никогда не происходило, и это действительно район, который застраивается комплексом, другое дело, что он делает 25 лет, то есть начавшись в начале 60-х, да, он заканчивается только там, дай бог, по перестройке, вот, и, конечно, вот это все постоянные, долгие, мучительные, долгострой, да, вот это слово такое советское, оно же сопровождает все эти идеи, когда они вначале кажутся очень яркими и светлыми, к своему уже завершению, конечно, они превращаются в мало того, что во всем мире давно не актуальны, но даже и для, значит, наших широт. А вот, ну, еще один тоже дом уже на Осенней улице в Крылатском, тоже, так сказать, такой пост-чертановский сюжет. Но, собственно, на этом я хотел закончить, сказав, что еще, мне кажется, все-таки вот эта вот история, она, конечно, по иронии судьбы, немножко не про то, но она же, на самом деле, не про трагедию вот этой матрицы, да, и вот этого обезличивания. Она же как раз наоборот про то, что вот именно благодаря тому, что вот это все такое стандартное, что все это такое типичное, да, вот эти два одиночества нашли друг друга, да, то есть если бы не вот эти одинаковые дома, одинаковые ключи, они бы не встретились, счастье бы не случилось, то есть на самом деле фильм вообще даже не про тоску и печаль вот этого однообразия, а именно про то, как благодаря ему, благодаря такому изначальному вот этому декартовскому отношению к жизни, да, такому рационализаторству, сетке, вот этой всей математической выверенной какой-то модели, да, люди способны как бы вот найти свое счастье. Ну и вообще, что, да, наверное, конечно, дело не в том, какая это матрица, а в том, чем мы ее наполняем, в том, собственно, какие люди населяют вот эти вот однообразные московские дома, и только московские. Вот, поэтому, в общем, мне кажется, что он совсем даже, ну, типа специально нас провоцирует немножко думать про другое, а на самом деле оказывается, в конце концов, все-таки, что все наоборот, и что в этой вот типовой и обезличенной архитектуре есть и много своих прекрасностей. Я на этом вот завершу. Да, спасибо большое. Вы просто буквально прочитали мои мысли, потому что
Я хотела продолжить в этом ключе, как раз говоря о том, что вот даже наша сегодняшняя дискуссия развивается таким образом, что она теоретически приходит от какой-то иронии, комедии, к трагикомедии, трагедии, потом возвращает нас в реальность того, что на самом-то деле... Да, абсолютно Тризановский, на самом деле он продолжает режиссировать драматургии сейчас, и действительно вот эта нота того, что то, на что вы обратили внимание, вот эту какую-то внутреннюю борьбу, которая происходит через героев с этими стандартными разрушениями, вот этой сетки, в которой они оказываются, она действительно звучит и в цитатах. Вот я сегодня просто провела день, вчитываясь в этот текст, и обнаруживаю для себя какие-то интересные моменты. Когда ты размышляешь о вот этой ситуации, вроде когда герои помещены в типовую застройку, в квартиру, в которой все стандартизировано. И тут звучат совершенно важные моменты из уст разных, из уст Лукашина, из уст Ипполита, который становится таким голосом разума и рационального. Речь идет о том, разве может быть запрограммированное, ожидаемое, запланированное счастье, говорит Ипполит. И в то же время Лукашин вступает с ним как бы, в какой-то момент перепалку и говорит о том, что люди, которые живут так, как положено и как предписано, не способны на безумство. И великое вам не по плечу, а жизнь нельзя подогнать под вымеренную схему. И мне кажется, вот это то, что жизнь не подгоняется под вымеренную схему, и даже архитектура в этот период ведет такой эксперимент, продолжает эксперимент. Вот это очень важно, то, что мы обнаруживаем в процессе вот этого не самого очевидного анализа фильма, в котором действительно города как такового и нет. То, что нам казалось изначально. Но, с другой стороны, здесь есть два лика двух городов, которые заявлены очень четко. И вот Антон отчасти об этом говорил. Если мы с вами вспомним, собственно говоря, городские пейзажи в этом фильме, где их в основном нет, то там идет очень четкое противостояние Москвы, как города, который населен, представлен типовой постройкой, застройкой. Это, собственно говоря, весь вот этот большой длинный план прохода Ширвинда, если вы помните, когда он покупает все это, готовится. Понятно, это суета 31 числа. И абсолютное одиночество в классическом ордере прогулок по набережным Невы Надежды, которая, собственно говоря, выполняет мизансцену очень важную перехода внутри драматургии всего сюжета, и мы с вами видим Ленинград, который индивидуализирован, с одной стороны, как в застройке, но это и город одиночества. И здесь вот абсолютно то, что Антон говорил, мне кажется, находит просто прямое воплощение в том, как это делает чисто кинематографическими методами уже Эльдар Александрович, и Москвы, который действительно обезличенный город, но при этом город очень сильно населенные людьми. И все социальные связи, обратите внимание, они в основном в городе московские. Потому что, ну, мы только знаем то, что у Нади ее социальный выход, это она не такая прекрасная царица Зазеркалья, как вот, может быть, у Антона, это ее школа, школьные подруги. Больше у нее ничего нет. Ну и, собственно говоря, то, о чем мы узнаем в диалогах, это тоже, в общем, ну, это совсем не человек, который противопоставлен Лукашину. Я думаю, что вот эта стандартизация жизни, она есть и в той модели поведения заданной и у героини, и у героя, и у Ипполита, которая абсолютно одинакова. И только в какой-то момент, благодаря, может быть, тому, что это случайное стечение обстоятельств, Лукашин с этой дороги сворачивает. И в конце концов, своим поступком он провоцирует и Ипполита на то, чтобы он тоже свернул с этой дороги, которая тоже была задана точно так же, как у Лукашина. И, в общем, самый большой социальный прорыв в этом фильме, по-моему, совершает герой Юрия Яковлева. Может быть, я не прав. Дело в том, что... Да, я просто в унисон Максим хочу добавить маленькую штуку, что, конечно, это индивидуализация чисто питерская, просто совпало, что я перечитываю впервые за очень долгие годы Петербург Белого, ужасный интерес, когда люди там дореволюционная история. Вступает в коммуникацию, настоящей коммуникации все равно нету. Каждый сам с собой разговаривает. И даже когда долго идет с кем-то диалог, ну, как у Ивана Карамазова с Чёрным, выясняется, что с собой.
Вот. И эта индивидуализация у всех троих персонажей происходит в Питере. И у Жени, и у Нади, и у Ипполины. Они все разбредаются в разные стороны. А в Москве-то что происходит? В Москве они настолько все едины и склеены, что они перепутали его, когда на самолет сажали. И этот вот туман, который начинается, этого банного бара тумана, да, это же и туман, который возникает в голове, когда они все выпили, они друг другу меняют местами, и поэтому он, как московский человек, не узнает Ленинград, потому что для него все едино. Эта идея единости, она идет из Москвы. Точно так же, как его возвращение в московскую реальность, которая снова его толкает в абсолютно активную социальную сферу. Это же известная причина, есть же по этому поводу. Мы же привыкли говорить, что Питер — это город, а Москва — это деревня. Это просто тот тип жизни, который либо здесь, либо здесь. Но маленькая деталь, о которой тоже стоило бы задуматься. В книжках написано, что горожанином люди становятся в лучшем случае в третьем поколении. Те люди, которые по сей день терпят этот город, по сей день, они еще не третье поколение. Здесь много людей, которые родились в Москве, у кого родители родились в Москве. Скоро будут выдавать медаль, знаете, как участникам войны. Москвичам, которые родились в Москве, и практически по пальцам пересчитать. Понятно, что эти люди терпят этот город. Но можно я все-таки вернусь спину, не могу не отреагировать. Мне кажется, очень важно то, что сейчас Николай говорил. У нас молодой коллега диссертацию написал про эти годы, именно про кино, что масса, ну ладно, социальные, там вместе они жили, не вместе, жили как могли, выживали они жили, если на то пошло. А вот про организацию пространства, про то, как вот прорваться куда-то, ну чтобы не в мост, чтобы не делать, как он рассказывал про мисс Водерой, это целый детектив, ты показывал сейчас лучший дом, где действительно фасад, более-менее то, что было у мисс Мандерой. А большинство фасадов, как было сделано, сначала их утеплили, потом, а сверху абсолютно тоже с чем боролись, да? Ну, как говорят в таких случаях. А тот же украшательство, никак ничего другого за это не было. Мне кажется, сегодня трагедия нашего сегодняшнего дня в связи с стандартизацией, и кино бы здесь могло сыграть потрясающую роль. Если это институт имени Рязанова и посвящен тому, чему он посвящен, он же, наверное, я надеюсь, и дальше будет работать. И не ограничится вот только фильмами, которые снял Эльдар Александрович. А тогда, ой, какие потрясающие киношники, если помогли, фантастические вещи можно сделать. Смотрите, вопрос о стандартизации. Мы всю страну перевели на вот эту бакалавр, магистр, стандартную систему образования. Принцип. В чем идея это была? Что, оказывается, вы можете поучиться в одном месте, а потом вам понравилось, и вы пошли учиться или поехали в другой город, в другую страну, куда хотите. Я приезжаю с лекциями в город Полония. Процесс называется полонский. И там чего-то где-то, там, не знаю, на третий день, чего-то, день, слово за слово. Что же я выяснил? Что полонский университет в этом процессе не участвует. Их стандартизация не волнует, она волнует тех, кто догоняет кого-то. Вот про это, мне кажется, настоящее социальное кино. Вот это бы сегодня попытаться увидеть и сделать. Вот кроме мультипликации, мне кажется, никто у нас с этим не может справиться. Великое искусство. Мне кажется, так как мы сегодня функционируем в формате научно-исследовательского института, было бы интересно, если бы зал действительно принял участие в этом институте, как настоящие студенты. Может быть, есть у кого-то вопросы, кто-то уже начинает думать? Реплику можно в ответ? Можно? Тут пропустим? Да? Хорошо. Они нас долго слышали. Давайте. У меня определенное отношение к недвижимости, в том числе к московской, и моя бабушка в свое время расселяла как раз целый большой район. Про искусство. Да, но это, мы же говорим про, вот мы же говорим, вот немножко мне, так сказать, ну, может быть, грустно, да, вот слышать немножко, что фильм как воспринимается в таком трагическом немножко ключе, но вот. Мне кажется, что нужно добавить немножко исторического реализма. В том смысле, что если мы берем 75-й год, то для людей, живших в тот момент,
Это еще не настолько навязано в зубах, да, то есть мы вот сейчас смотрим этот фильм уже 40 лет для людей, снявших его тогда, это абсолютно еще как бы в новизну, да. И для тех людей, которые еще живут в 75-м году, вообще наличие новых домов, да, вот эти вот серия P9, да, известная, которая заменила как раз пятиэтажки, это большой шаг вперед. Это огромное, так сказать, ну, может быть, если не световой, но очень серьезный шаг вперед, потому что эти люди выросли вообще в коммуналках. Извините, но мало кто сейчас осознает, что еще к 60-м годам в Москве было полно бараков, деревянных бараков. Даже вот там на еще станциях метро, которые находились в пределах вот, третьего кольца, да, немножко уходя за Садовый, там было полно деревянных бараков. Извините, в Измайловском парке были дачи. Это вот такой вот факт. В Измайловском парке были дачи москвичей, и многие их очень тяжело, между прочим, расселяли, потому что очень многие люди не хотели оставаться. Прошу прощения, жилые дома на Лубянской площади до 95-го года, вот они именно такие были. Единственное, ступичку их вот заменили. Да. Я просто к тому, что немножко вот этот вот контекст немножко упущен, который был актуален для тех людей, для вот этих советских людей, которые массово переселялись вот в это многоэтажное строительство и вот типовое строительство. Для этих людей было очень... Да, это и многих было актуально переехать из вот этой коммуналки, вообще обрести, так сказать, индивидуальное удобство. Конечно, это вот именно то обещание счастья, то самое запланированное счастье, о котором идет речь. И в этом двоякость как раз, это та ирония, о которой мы говорим сегодня, которая сыграла такую злую шутку с этими людьми, надежду с одной стороны и обещав вот это счастье, запрограммированное, стандартизированное, а с другой стороны, как бы у этого, как у любой монеты, есть другая сторона. А можно я одну ясность несу? Потому что уже начинается защита архитектуры от Рязанова. Дело в том, что... Заметьте, не мы ее защищаем. Да. Дело в том, что для Рязанова типовая архитектура – это образ городского отчуждения. Это, по-моему, совершенно ясно заявлено. Вот еще с первых же кадров на титрах под песню на стихи Евтушенко «Со мной вот что происходит». И поэтому в данном случае совершенно неважно, какой именно для этого там дом выбран, какой именно район, какой именно квартал. Это образ, в конце концов. В этом смысле... Конечно, бегство в Ленинград тоже, конечно, интересно. Это бегство именно от стандарта как зоны отчуждения, что ли, если угодно. И, кстати, мне интересно, на самом деле, что получается, что если Москва – это большая деревня, то ирония судьбы – это тихий омут и наоборот, потому что в тихих омутах герой бежит из города в деревне, чтобы вывести там счастье, возвращается в город, чтобы где-то счастье теряет. А в Ироне Судьбы, наоборот, он бежит из большой деревни, из большой города, из Москвы, Петербург, Ленинград. Значит, и происходит то же самое, только наизнанку. Да, а вот я не знаю, что... Можно я буквально одно замечание для того, чтобы мы все-таки не отрывались еще от реальной истории, реального фильма. Я просто хочу напомнить, что в основе фильма лежит пьеса, период создания которой 1968 год. И она отражает реальность первой половины 60-х годов, как раз когда массовый стать, правда, совсем другого типа. Вот. И до тех пор, пока это не было экранизировано, прошло 6 лет, за которую страна, в том числе благодаря массовому строительству, совершила довольно колоссальный скачок, и внутри массового строительства начинают появляться те уже индивидуальные формы, о которых так хорошо рассказал Коля, в том числе в Москве. И есть еще одна удивительная вещь, на которую, вот в связи с тем, что сейчас пошел разговор о коммуналках, я хочу обратить внимание. Несмотря на то, что ситуация как бы зеркально московская и питерская, но все мы в реальности знаем, что питерская ситуация и московская даже в середине 70-х годов и даже 80-х годов была абсолютно другой. Индивидуальная квартира Нади в городе Ленинграде – это совсем не то, что индивидуальная квартира в городе коммуналок до сих пор в массе своей. Это совсем не то, что действительно стандартная индивидуальная квартира для жилья 68-69 года. Я вижу еще вопрос. Добрый день. У меня вопрос про слово, которое у нас часто повторяется, слово «ирония». На самом деле, вот вещь, которая меня удивила, когда я
что-то читал про этот фильм, что уже в этот момент он на самом деле осознается как ирония и как некоторый такой социальный, что ли, вызов, да, потому что, как выяснилось, в одном из выступлений Брежнева встречается упрек, бросаем как раз монотонному жилью, именно со ссылкой, без названия фильма, но со ссылкой на этот фильм. И что кажется странным для меня, что с тех пор ирония как инструмент в этом смысле отстранения и рефлексии по отношению, по поводу этой среды, ну, я вот больше не помню таких сюжетов, художественных в первую очередь, и в частности, например, и у художников, да, хотя, например, на Западе мы можем встречать довольно много стрит-арта, если мы говорим, допустим, про Германию, который как раз посвящен их тоже монотонной местами среде. И выступление в этом смысле Юрия Павловича и Николая тоже как-то было мало иронии, мы так очень серьезно пытались действительно, кажется, защитить это. Вопрос, куда нам нужна ирония по этому поводу? У нас получается ее производить, может быть, я не замечаю. Или что-то действительно случилось, и мы слишком серьезно ко всему к этому относимся, и поэтому не можем никак это преодолеть. Я могу только сказать, что вообще проблема стандартизации в ироническом ключе, она очень была актуальна в начале 70-х. Я могу сказать еще один мультипликационный фильм на эту тему, это «Черный Сергей Алимов. Жертва стандарта». Он уже даже еще более яркий в этом смысле, это одного из калейдоскопов. Хотя там не об архитектуре речь, там именно пародия такая на западный образ жизни, но вообще это была тема для массового обсуждения, вообще стандартизация жизни. Давай. Поэтому, да, и вот это, кажется, это самое ироническое осмысление. Можно где-то поговорить? Сегодня вспомнили еще один дом Айвовкина Патерсона, гостиница «Юность». 61-й год, когда сделал гостиницу «Юность», очередь из профессионалов была больше, чем мы в зале. Все ходили. Мы впервые в жизни увидели линолеум не коричневый, а она, оказывается, смотрит серый, какой-то другой. Там было масса всяких как бы нововведений, которые сегодня кажутся как по-детски наивными, а тогда это признали первая европейская вещь в Москве. Стандартизация была нужна только для одного, чтобы догонять цивилизацию так, как она понималась сегодня. Никакой разницы с нами не происходит и сегодня. Все то же самое. Мы тупо кого-то догоняем. И догоняем что? Цивилизацию, которая от нас все время ускользает. А инструмент один и тот же. Но только другие немножко слои смысла вкладываются. Прошло 50-70 лет при наших скоростях. Конечно, сегодня уже другие проблемы стандартизируются. А на самом деле без этого мир не существует, весь мир. Но только почему-то это всегда... Проблема только одна, с какой целью это происходит и сколько в это вкладывают. Нельзя параллельно делать что-то умное и стандартное и на этом же экономить. Потому что вопрос Жостковский, который сегодня показывал Коля, он говорил, да, конечно, типовое, но типовым должно быть лучшее. А у нас по сей день типовым какое должно быть? Самое дешевое. Это синонимы? Самое дешевое и самое лучшее. Если нет, тогда вот в этой вилке надо пытаться поместиться. Какая что за ирония, Саша? Я просто коротко отвечу на вашу реплику, если позволите. Да, может, мы и недостаточно говорили об иронии. Ирония такая сложная, уловимая вещь, но я скажу сейчас банальность. Видимо, мы уже к финалу идем, и правильно будет перейти к какой-нибудь банальности, к финальной танцы, я готов взять это на себе. Ну да, и Полит самый несимпатичный персонаж в этой истории. Всегда был. Я хочу сказать, что, конечно, мы можем искать, выискивать и находить в рязановских фильмах архитектуру, социальное устройство Москвы, СССР, и мы были правы. Но нельзя при этом забывать о том, что ирония вообще это слом стандарта всегда. Ирония, она перпендикулярна или под странным углом идет к тому, что признано и принято нормой. И именно так она возникает. И что именно этим пронизаны вообще самые великие комедии в истории и литературы, и кино. И уж точно рязановские. И
вся эта ирония в каждом его фильме, в самом случае в каждой его комедии, не все его фильмы комедии, возникает единственным образом. Человек вдруг идет куда-то благодаря случайности, как в иронии судьбы, поэтому это ирония именно судьбы, или благодаря своему осознанному выбору, как берегись автомобиля или служебного романа, да, герой идет вдруг перпендикулярно тому стандарту, в который его жизнь запихивает. И советский человек был очень к этому чувствителен, потому что он знал, каково это жить в этом стандарте. Сейчас немножко ситуация все-таки другая. И количество этих стандартов, да, они есть, но они разнообразнее, больше. А тогда их было меньше, над чем Рязанов с Брагинским мы посмеялись в «Иронии судьбы». И вот когда вдруг человек стандартной судьбы начинал красть автомобили, или вдруг он, напившись, выгонял чужого жениха, хватался за гитару с какой-то там Цветаевой и чем-то так. Это было дико, и это было смешно, потому что это было дико. И в этом самом поведении и была та самая ирония, которая и делала историю про стандартных людей в стандартных квартирах настолько нестандартной. Ну, собственно, и все. Спасибо. Да, может быть, еще есть какие-то... Вот мы говорим об иронии, а мне кажется, что успех, истинный успех Рязанова и его драматургов, тот же Горин, тот же Брагинский, это люди, которые не позволяли себе заниматься иронией по поводу кого-то другого. Они занимались только самой иронией. Вот почему те архитекторы, которые это делали, они могли себе это позволить. Поэтому пили черт знает что. Но попробовал бы кто-нибудь чужой спеть что-нибудь похожее про них, они бы глаза выцепили. А они могли себе это позволить, потому что они были по-настоящему большие архитекторы. Вот мне кажется, Рязанов как-то умел пропустить это через себя. Он видел себя, но он видел, как это вы говорите, в таком случае, режиссер, который актеров любит. Вы знаете, я, можно я позволю себе? Я так понимаю, что лучше вот этот микрофон не включать, но у меня... Я позволю себе. Я позволю себе не согласиться по одной простой причине. Эльдар Александрович действительно обладал удивительным чувством иронии не только по отношению к себе, и даже очень злой иронии, в том числе по отношению к своим учителям. Как известно, во ВГИКе его учителем был, ну, собственно говоря, курс набирал не Сергей Михайлович Эйзенштейн, с которым они так исторически вот сложилось, сошлись, а Козинцев. И уж то, как проехался Эльдар Александрович по своему учителю, уже много раз вспоминаемом здесь в фильме «Берегись автомобиля», с моей точки зрения, тоже не только лучшим фильмом Рязанова, но вообще одной из лучших сатирических комедий, хотя она выходит до жанра сатирической комедии. Один из лучших фильмов Советского Союза, да. Это такая злая ирония, что Козинцев же просто ушел с премьеры, и они довольно долгое время не общались. Он мало того, что взял того же самого актера, да, который, мало того, что он сделал пьесу в пьесе, абсолютно как в «Гамлете», да, он еще и ударил вот по всему этому социальному пессимизму, который в то время был преисполнен, по понятным причинам, потому что это совсем другое поколение Козинцев, Рязанов дал каким-то таким ироническим социальным оптимизмом, который был ему свойственен. И я думаю, может быть, для того, чтобы вот как бы это завершить наш сегодняшний разговор, я думаю, что во многом он этому научился, как ни странно, у Эйзенштейна. Потому что в своем... мы сегодня, вот представляя фигуру Эйзенштейна по его творчеству, в основном просто так сложились обстоятельства, так сложился социальный заказ, нам очень тяжело себе представить Эйзенштейна и комедию. Хотя иронические мотивы у Эйзенштейна проходят всегда, начиная с первого фильма, начиная со «Стачки». Но, судя по всему, и это все вспоминали, кто был знаком с Сергеем Михайловичем, в жизни он был очень иронический человек. И мне кажется, они с Рязановым во многом сошлись вот на этом. Рязанов почувствовал эту внутреннюю иронию и самоиронию, и внешнюю иронию Эйзенштейна, и в каком-то смысле он ее продолжил, только совсем в другом. Это вот великое свойство большого учителя и большого ученика. Не копировать своего учителя, а развиться в чем-то совсем другом, может быть, даже принципиально противоположным. И Рязанову это удалось. И то чувство
социальной иронии. И самая ирония, которая была заложена в нем, он удивительным образом транслировал на общество, которое в 70-е годы, в период массового паломничества на фильмы Рязанова, а мы помним, что такое каждая премьера рязановского фильма, когда выстраивались огромные очереди в наши кинотеатры, которые вмещали по 800 тысяч, а то и 1500 мест, это просто несопоставимо сейчас с тем, что происходит. А общество было преисполнено этой иронией по отношению к самому себе, потому что общество, несмотря на то, что о нем сейчас говорят, как ни странно, в 70-е годы, времена позднего социализма, было гораздо более сложно устроено, чем современное общество. И мне кажется, Рязанов действительно смог найти своего зрителя. И поэтому феномен рязановского успеха – это вот эта созвучность обществу, которое к этому моменту было преисполнено иронией по отношению к себе. Почему, собственно говоря, все социальные преобразования, которые в стране произошли уже в 80-е годы, стали возможными? Их сегодня, хотя несмотря на то, что вот этот так называемый ностальгия по Советскому Союзу, о ней очень много говорят, но это факт, что никто не вышел защищать то общество, которое было разложено, в том числе самой иронии общества по отношению к нему. Максим, можно я прям быстро подхвачу эту мысль, потому что вот если Рязанову удалось найти путь своему зрителю, я боюсь, что мы свой путь потеряем, если мы так долго будем его задерживать, потому что разговор о Рязанове, действительно, ирония сегодняшнего мероприятия в том, что другие мероприятия с нами играют, от трагедии к комедии, потом снова к трагедии, и так мы на протяжении всей дискуссии перемещались, но я надеюсь, что нам удалось разрушить вот ту самую канонность, канву разговора о городе, разговора о фильмах, о традиционных фильмах, для того, чтобы пойти по какому-то своему особенному пути и понять не только Рязанова, да, понять тот город, в котором мы живем сегодня, как он устроен и что нас окружает, почему так сложилось. И этот разговор мы продолжим, наша линия только открылась. И мы продолжим уже через день, 11 февраля, в четверг, мы будем говорить о социальном романе «Служебной жизни». Мы будем говорить о моде, о том, что из себя представляло общество. Мы будем говорить, конечно, о «Служебном романе», о фильме, который нам очень хорошо знаком. И вроде тоже, да, как бы сомнения, где же там город? Город там есть, и мы это с вами увидим как раз в четверг. А в субботу мы закроем наши НИИ, но, конечно, закроем условно, фильм «Гараж», который тоже, вроде на первый взгляд, где же там Москва, никуда не перемещается. А Москва как раз становится причиной того, что в самом этом гараже происходит, причиной конфликта общественного и частного. И спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами, за то, что вы пустились в это исследование, в это разрушение стереотипов. Спасибо вам за терпение. Ждем вас в четверг, в субботу и на других мероприятиях нашей аудитории. Спасибо вам большое.